Jyotimirandasya Gyananjana Shalakayam Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Guru Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Panchakalpatrubhyascha Kripa Sindhubhya Evacham Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Pamagitinya Shri Advaita Vasimadratha Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Siva Vrindavata Pushpanjali Shiva Guru Dava Milioane Ras Takže всем членам группы много Гаудия Гуру Варги Особенно с тем Шри Галакти Винодя Такура Автору Шри Баджана Рахаси Пучапад Махараджу, всем дорогим братьям, сестрам, гостям, друзьям. Вчера Махарадж дал обзор второй ямы Баджана Рахаси Шрила Бхактинат Такура. Я хочу немного напомнить об этом произведении. Если у вас его нет, немедленно, так как, к сожалению, бумажная версия закончилась, скачивайте его с piyabhakti.ru. Не снимайте его с ваших рабочих столов. Это наука, как повторять Хари Кришну. Махарадж каждый год, когда он приезжает, он говорит по этой книге, и темы не стареют, вечно новые. Каждый раз мы находим на себя что-то новое. А вчера я немного поторопился, я подумал, Махарадж будет говорить о третьей яме, но он говорил о второй яме, поэтому о третьей мы немножко поговорили вчера, но сегодня хочу напомнить о том, что Махарадж говорил вчера по второй яме. Яма садана, значит, предписанная садана на определенном уровне преданности. На уровне анартха-ниврити, о котором Махарадж говорил вчера. То есть это уже окончательные периоды аништита баджана крии, то есть преданного служения без стойкой веры. Преданный преодолевает анартхи, то есть нежелательное качество, которое кроется в его сердце. Какие это анартхи? Прежде всего, Шрила Бхактивинод Такур цитирует несколько стихов из Шримад Бхагаватам, первые песни 7 главы, в которых рассказывается, как Шрила Вьясадев, который записал в ведическую литературу, по наставлению Нарады Муни, вошел в транс и осознал Шримад Бхагаватам, явил его миру, записал, и что он постиг Пурушам Пурнам, то есть Верховную Божественную Личность Кришну. Бхакти-йогена манаси самьяк пранихати-мале Апашят Пурушам Пурнам Ваям Четат Апашраям. С чистым сердцем Кришна Двайт Паяна Вьясадева посредством бхакти-йоги погрузился в медитацию. Он увидел Верховную Личность Кришну вместе с его внешней энергией Майи, которая находилась вдалеке от него, но под его управлением. Под влиянием Майи обусловленное живое существо Бхадда Джива забывает о своем служении Кришне и попадает во власть анартх, нежелательных качеств. Оно считает себя порождением материи, хотя в действительности оно трансцендентно по отношению к трем гунам. Введенное в заблуждение Майей, оно отождествляет себя с телом и всем, что связано с ним. Бесконечно малое живое существо может освободиться только посредством Кришна-бхакти-йоги, однако большинство людей в материальном мире не знают об этом. Понимая этот факт, Шри Вьяса с помощью бхакти-йоги проявил Бхагаватам. Итак, здесь говорится о положении живых существ, падших в майю, падших в забвение своей подлинной сущности. Это главная проблема материального мира. Только и говорится в средствах массовой информации о проблемах. Корень всех проблем вот это. Шрила Бхакти Ракша Кшридхара Махараджа спросили, можно ли нам смотреть новости по телевизору? Популярный вопрос часто задают. Люди хотят смотреть новости. Шрила Кшридхара Махарадж сказал, в этом мире лишь одна новость. Бесчисленные дживы стремглав устремляются в пасть смерти. Это единственная новость. Поэтому, если включите телевизор, интернет, новости только такие, других нет. Вопрос, что же с этим делать? Нужно совершать процесс бхакти-йоги, так же, как Шрила Вьясадев. Он осознал во всей полноте сущность Бхагавана и его энергии, в том числе Майи, вводящей всех в заблуждение. Поэтому мы в процессе саду-санги, преданного служения в саду-санге, должны познать, что же такое, в том числе, майя, и как она действует. Тогда
Когда мы познаем, что такое майя, анартхи уйдут. Не будет больше ложных представлений. Что такое анартхи? Махарадж все рассказал вкратце. И, в принципе, у меня есть таблица, но сейчас нет времени, показывать не буду. Я просто хочу процитировать, чтобы знали, какие стихи из второй ямы Бхашана Рахаси читать в связи с этим. Начиная со стиха 7 во второй яме, можете отметить. Начиная со стиха 7 второй ямы, говорится об анартхах. Во Мная Сутре говорится: «Майя мугдасья дживасья гейо нартхаш чатурвидха риддаурбальям чапарадхо саттришна татва вибрама». Анартхи, живых существ, околдованных майей, бывает четырех видов. Первое. Иллюзия относительно своего истинного я, сварупа брахма. Второе. Стремление к тому, что временно и приходящее, асаттришна. Третье. Оскорбление, апарадха. Четвертое. Слабость сердца, риддаурбалья. Эти анартхи удерживают живое существо в материальном мире, отвлекая на страдания. И дальше эти анархи разбираются по группам. 4 по 4, 16 видов анарх. Сататве парататве ча садья садана таттвайо вироди вишае чайва таттва брахмаш четурвидха. Обусловленное живое существо подвержено четырем видам брахмы, иллюзии. Первое – это джива сварупа брахма, непонимание сущности живого существа. Откуда мы взялись? Некоторые думают, что упали сверху, с духовного мира. Дальше – пара-тату брама, неправильное понимание, кто такой Господь. В Индии большая проблема. Одни говорят, что это Кришна, другие говорят, что это Шива, третьи говорят, что это Кали, которая проявляется то в мужских образах, то в женских. То как Кришна с флейтой, то как Радика тоже, воплощение Кали, понимаете? Очень-очень по-разному. Большая проблема. Не, серьезно, это шакта. Можете почитать 10 главу Джайвадармы, там все там. Герой, он поет об этом песню даже собственного сочинения, понимаете? Иногда ты проявляешься как Кришна с флейтой, иногда как Рада, Кали, все нормально. Вот. Но я твой сейчас сын, ты моя мать, но потом я стану твоим мужем, и ты будешь моей женой, это философия шакти. Вот, то есть ну, по-разному можно думать, кто такой Господь. Вот, некоторые говорят, это вообще безличный свет, а другие говорят, это старик с длинной бородой, понимаете? Очень по-разному. Вот, называется Пара-таттва Брахма. Третье – садья саддана таттва брама. Это иллюзия о том, что такое цель и как ее достичь. Нам часто говорили в самом начале нашего пути, нужно распространять книги, и тогда Господь Нитянанда, любимое слово переводчиков, как, впрочем, и лекторов, автоматически вас доставит в духовный мир в момент смерти. Вот. То есть это называется садья саддана таттва брама. А еще говорят, что еще в духовном мире будем книги распространять. То есть по-разному можно понимать. Вот дальше баджана виродхи вишая брама означает неправильное понимание баджана, процесса баджана. Вот. Особенно к имперсонализму относится, пишет Гурудев в комментарии. Имперсонализм, что он делает? Он лишает способности различать, распознавать, что истинно, что ложно. Они говорят, что весь мир это иллюзия, и поэтому, соответственно, их баджан уже заранее ошибочен. Это вообще не баджан. Асад Тришна, второй вид анарт. Айхикешва ешапара трикешу чеша на шубха буктиванча мамукша ча хиасит тришна с четурвидха. Четыре вида асад Тришна, то есть привязанности к не подлинному, ко временному. Следующее. Первое – стремление к объектам этого материального мира. Второе – желание райских удовольствий, как на сварге, сварголоки, высшей планетной системе материального мира. Третье – желание мистических совершенств. Четвертое – желание освобождения. Кришна нама сварупешу тадия чит канешу ча гея Будда ганар нитям апарадхаш четурвида. Четыре вида апарадх. Третий вид анарт – это апарадхи. Первое – оскорбление святого имени нама апарадха. Это нужно знать. 10 оскорблений святого имени. Преданные, которые получили, получат сегодня инициацию, обязательно приобретите книгу Харинама Махамантра. Там перечисляется 10 оскорблений в конце, в статье Шрилы Бхактивинода Тхакура Шри Харинама. Нужно их знать. В особенности, Махарадж подчеркнул, три первых вида избегать. Второе – оскорбление божества Кришны, сева апаратха. Часто преданные, порой грехастхи дома, имеют божества, но им не поклоняются. Они стоят как статуэтки. Сева-аппарат. Причем ты, даже если ты понимаешь это,
Вот это уже намапаратха, виграхи. Вот, очень серьезно. Многие преданные дома, порой даже в храмах, брахмачари думают, а божества принесли, зачем вам служить? Они не наши, а они не инсталлированы. Сева, даже намапаратха. Сева-апаратха, если ты не понимаешь, то ты понимаешь, это уже намапаратха, очень серьезно. Если ребенок на улице, если он ничей, что ты ему не дашь просад, а я трансцендентный, зачем мне ему дать просад, правильно? Я возвышенный, преданный. Зачем нам какой-то ребенок и кормить его каким-то просадом? Зачем? А зачем нам божества? А пускай спят в коронах, понимаете, и так далее. То есть, и так далее. Это называется сева-аппарат. Или еще, когда сева-аппарат происходит сознательно, это уже нам-аппарат. Оскорбление всего, третье, что непосредственно связано с Кришной. Дхамма-аппарат, например, Гирирадж, Гавардан, Ганга, Ямуна, Дхамма, вот, это столько преданных. Живя в Дхамме, заниматься бизнесом, стремиться измерить размеры Дхаммы, заниматься греховной деятельностью, оскорблять жителей Дхаммы по-разному. Четвертое, оскорбление других живых существ, джива-аппаратха. Преданные начинают повторять святое имя, получает посвящение, быстро становится возвышенным. Настолько возвышенным, что хает всех своих членов семьи и соседей, что вы все карми, вы все демоны, мясоеды и так далее. Это называется джива-аппаратха. Их рида дурбалия, четвертый вид анарт, бывает четырех видов. Тут часакти кутинати матсярьям сва пратиштатам риддурбалиям будда шашвадж геям кила четурвидам. Ачарьи считают, что хрида дурбалия, слабость сердца, бывает четырех видов. Первое – привязанность к мирским объектам. Второе – лицемерие, склонность к обману, кутинати. Третье – зависть к чужой собственности. Четвертое – желание престижа и положения в обществе. Пратишта. Слабость сердца – довольно распространенная вещь, потому что, ну что делать, получали столько самскар на протяжении стольких жизней. Наслаждайся, наслаждайся, наслаждайся. Особенно здесь, на Западе, постоянно все на этом построено. Все СМИ, средства массовой информации. Любой троллейбус уже имеет, или трамвай, экран. Наслаждайся. Бесплатно. Вот, наслаждайся. Или смотри, приходи к нам и наслаждайся, и плати за это. Вот. Так далее, основано на обмане. Поэтому чувство притягивается, и люди не могут избавиться от этого лицемерия. Думаешь, что возвышенный преданный, я уверен в этом, на самом деле, тайком занимаешься греховной деятельностью, потом все равно говоришь что другим, что ты возвышенный. Для тех, кто в шафране, особенно для нашего брата, очень большое испытание. Третье. Зависть к чужой собственности. Зависть вообще пронизывает все в материальном мире, поэтому никогда не нужно желать. Нужно быть простым, как Махарадж говорит. Если саду, я спрашиваю, Махарадж, удобно ли вам жить? А для саду что, удобно, неудобно? Все хорошо. Махарадж, как вы получаете хорошее питание? А мое питание это рис и картошка. Все. Не нужно иметь, стремиться иметь что-то, что есть у соседа, а у меня нет. Четвертое, желание престижа, положение общества, пратишта. У нас саньяси вообще в матхе очень смиренные. Вот, саньяси раздают просад, саньяси служат всем. Вот. Один анекдот был. Один саньяси приходит, раздается просад. Саньяси спрашивает, где здесь места для саньяси? Махарадж, все раздают просад. Окей. Ванча Кальпатру, Вишча, Крипа, Синдзи, Ванча, Патит, Нам, Павни, Вайшна, Нам. Ом Абхьяна Димиран Гасса Вена Аньяна Салатаям Шапчу Митам Вена Тасмай Сри Гураве Нама Гураве Гура Чандрая Радика Ви Тадали Кришнаю, Кришна Бхактаю, Тода Бхактаю Наму. Банди Гурвада Дандам Бхакта Вридда Саманнитам, Сри Чайтанам Прабхум Банди Нитта Ананда Сахудитам, Нанна Нанна Банди Радика Чаримантам, Гопинам Самаджуктанам Бриндавана Манохарам, Сри Кришна Чайтанна Прабху Ниттананда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Aștutara Satmar Bhakti Vedan Sarvananda Sri Maharaj Amrita Lila Prasanna Krishna Dal Aștutara Satmar Bhakti Vedan Sarvananda Sri Maharaj. So continuously I offer my humble respectful Dhamma Pranam Lotus Feet of Nitya Lila Prasanna Vishnu Bhag Aștutara Satmar Bhakti Vedan Sarvananda Sri Maharaj. Прежде всего склоняюсь в моих смиренных, почтительных дандаватах пранамах перед лотосными стопами моего Гурупада Падмани, Телила Правишна Мишнупала Растутра Сатта Шишиман, Бхактивиданты Вамана Госвами Мараджа. Также не Телила Правишна Мишнупала Растутра Сатта Шишиман, Бхактивиданты Нараяна Госвами Мараджа. Также не Телила Правишна Мишнупала Растутра Сатта Шишиман, Бхактивиданты Госвами Мараджа. Всех саньяси, всех вайшнавов, вайшнавы, старших преданных и дорогих почтенных гостей. So continue, продолжаем speaking about the говорить о Баджанарахасе. Yesterday I spoke about вчера я говорил о Твития Яма Садхане, о второй яме, о Анартхане Врите в Саду Санге. So today I will briefly сегодня мы вкратце about третью Яма Садхану. Пурвакалин бхаджан, бхаджан нист, который соответствует Пурванна Калия Бхаджану и посвящена Ништхита Бхаджану, то есть Бхаджану с твердой верой. Ништха придет после этого. Ништха means? Ништха означает постоянство. Then mind fixed. Ум устойчивый. Then called do or die. То есть он настроен, сделай или умри. Как Харидас Такур сказал. Ханда ханда ха йоди диха пран татапи бадане начари бахари нам. If my body cut in pieces, даже мое тело разрезут на тысячи кусков, I will never give up. Я никогда не оставлю Харинам, святое имя. У него был очень устойчивый ум. Ништха means the Sanskrit word ни. Ништха на санскрите означает ни, значит ништхенару ста. Even completely. Значит полностью. Astha means staying in one place. Не, значит полностью. Astha означает пребывать в одном месте. Yeah? То есть еще называется нишчала. Not hesitate, not going here and there. Only не волноваться, не ходить из стороны в сторону, быть целенаправленным. Actually, when our nishtha will come, then our real придет ништха, тогда наш садан баджан начнется. If not ништха with Guru Харинам, если у нас нет ништхи в Гуру Харинам, тогда будет непостоянно, будет ходить туда-сюда и никогда не добьешься постоянства. So that time Bhaktivinoda Thakur he quoted verse from Shastra. Тогда такой процитировал стих из Шикшаштаки, третий. Amanina mana dina kirtaniya sada. If you want to really chant holy names, если ты хочешь действительно воспевать святые имена, ты должен обрести четыре качества. Shri Krishna bhajane jodi manasa tuharo parame jatane tava laho dhikaro dainya daya annyaman pratishtha varjan chari gure guri huya karo Shri Krishna kirtan. If you really want to chant holy names, вы действительно хотите воспевать святые имена, вы должны обрести четыре качества. Первое – дайня. Дайня означает всегда быть смиренным. Дая означает давать милость другим. Anyaman, you give the respect to others. Anyaman означает почитать других. Pratishtha Varjan, never hankari, никогда не стремиться к собственной славе, имени reputation и репутации. And Bhaktivinoda Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu сказал Trinadi ki suni tarai vashvashma Amani na mano deno kirtane sada Trinadi ki suni or is very humble more than the blade of grass. Будь всегда смиренным, как травинка. Больше, more than blade of grass? Больше, чем травинка даже. Because grass, травинка, he has also one abhiman, shibu. Обладает абиманом, обладает ложным эго. And the abhiman of the grass? I am grass. Каково это ложное эго травинки? Она думает, я травинка. If you press the foot, если наступить grass, на травинку, the grass will be going down, but травинка again, подогнется, но потом снова встанет.
вертикально. But Vaishnav always what? Vaishnav всегда что? Humble, more than the всегда blue. Очень смиренен, больше, чем травинка. Tararima Shrishma. Tararapi Sahishnuna. Shrishnam and tolerance. Sahishnuna означает терпение. Will be tolerant everything. Vaishnav будет терпеть все, все as невзгоды. Like trees. Как подобно дереву. I'll tolerate everything. Деревья все терпят, okay? Что бы с ними ни сделали. And he also gives Vaishnav также the fruits to others, one who cuts his branches or дерево всегда дает плоды всем, кто подходит к нему. Пусть даже такой человек срубит ветви дерева, оно все терпит. Or Amani Manadena. Amani na Manadena. Always give respect. Он всегда почтительно относится к другим. In this way, chant Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. In this way, sadhak, таким образом, садхака, день и ночь, воспевает святые имена. And listen Hari Katha. И слушает Хари Катху. And always he absorbed. И всегда он поглощен размышлениями о Кришне. Always thinking Krishna is my maintainer and Krishna is my protector. Кришна меня поддержит и защитит. And always very eagerness when I receive the mercy of Guru and Krishna. Уповает на то, что напритет милость Гуру и Кришна. Кришна тадия пада панкаджа панджарантам маддайвами висатум анасарадж ханса прана прана самое капавата питтай панхаварадан видау бхаджанам кутасти. Шлока Вишнамбу. Шлока номер 7. Кришна тадья пада панкаджа панджарантам маддайвами висатум манасарадж ханса прана прана самое капавата питтай кантхаварудана видху бхаджанам путасте. В Мукунда Мала Стотре пишется: о Кришна, я молю, пусть лебедь моего ума попадет в ловушку твоих лотосных стоп и утонет в океане расы. В момент смерти мое горло будет полно слизи, воздуха и желчи. В таком состоянии возможно ли помнить твое имя? In this verse, в этом стихе explain in this. Oh my Lord, my mind is as like a swan. О мой Господь, мой ум подобен лебедям. So my mind always will absorb with your lotus feet. Постоянно направлен твои лотосные стопы. From today I will с сегодняшнего дня я всегда буду памятовать твои лотосные стопы. From today I always chant your holy names. Всегда буду воспевать твои святые имена. And today, from today, always I will also listen to буду слушать о твоих сладостных повествованиях. Because I don't know how long I'll be in this material world. Потому что я не знаю, сколько мне еще предстоит быть в этом материальном мире. There are no guarantee. Нет никаких гарантий. And how long I'll be in this. Сколько мне еще предстоит тут жить? And especially when I will become old, I cannot chant your holy names. Когда я состарюсь, я не смогу воспевать твои святые имена. Because потому что when I will become old, когда я состарюсь, три дхатуки, бат, капа, питта. Три дхату, то есть три составляющих тела, капа, питта и ват, баю. Они будут душить меня, буду задыхаться. That time I cannot chant your holy name. Не буду способен воспевать святые имена. Oh my Lord, again and again. Вновь и вновь. I bow down my forehead. Я склоняюсь перед твоими лотосными стопами. Пожалуйста, дай мне милость. From today, always I use. Сегодняшнего дня я всегда желаю воспевать твои святые имена. Because old age will come. Потому что старость придет. Как же мы сможем воспевать святые имена? Это не будет возможно. Automatically mind would be absorbed in the body. Будет спонтанно привязан к телу. This is the nature of this material. Такова природа этого материала. Балак стават кира сакта, торуни стават торуни ракта, вриддха стават деха сакта. Камапи брахмане лагна. Shankaracharya Mahamudgar slok also explain in this way. Shankaracharya which Mahamudgar. Mahamudgar stotra говорит это. Балак стават кида сак, and small baby, маленькие they are playing дети with their and friends. Играют they are the nature. Со своими сверстниками, потому что это их природа, спонтанная природа. Балак стават кида сак, торуни стават торуни ракта. When youth come, а когда придет юность, automatically you are, they are running behind the young boy or young girl. Естественным образом будешь искать общение
противоположного пола, юных девушек, если ты юноша, или юноша, если ты девушка. Or when old age will come, природа материального мира, если, а когда настанет старость, естественным образом ум будет сосредоточен на теле и его недугах. Старость — это значит вечная проблема. Сатасанги джарджанам кемау сади причати мурамате хари нам расамритам пибасада. Идам сарирам сатасанги джарджанам. This body got thousands joints. В этом теле множество различных членов, сочленений. In our body many joints. But in joints, no, not bold. In our body? Yeah, all these are joints, but no, not bold. Ага, значит, в нашем теле очень много этих связок или соединений, но они не закручены на гайки. Automatically, yeah? One stone, one bone and another bone. Just all С костью крепится, как бы сами собой. No inside any... Внутри никакой закрутки нету. If you are a student of biology, you can understand. Если вы изучаете биологию, вы можете понять. 205 and the bones in this body. 205 соединений в теле таких, как называется, but no inside, no bones, no not bolt, nothing. Yes. Связок, вот, но они не закреплены никакими болтами или гайками. And even our skull also. Даже череп. And 8 skulls in here. 6, имеет 8 частей. And also this. И также фаланги пальцев. You are not looking. No. But everywhere, just resting. But what do you call? So when idam sarvam satasandhi jarjaram. Дальше в этом стихе говорится. And giving so much pain always. Sometimes back pain. And spine. Как называется? Суставы, связки, они постоянно приводят к боли. То спина болит, то позвоночник, то еще что-то. Bone in the spine, do you сколько позвонков позвоночник, знаете? 33. И они все соединены, вот, соединены спонтанно, как бы не закручены на болтах. Чуть-чуть сместиться, ой, какая боль сразу в спине. And also many nerves are going. Много нервов coming this pain идут по позвоночнику, через шею, nerves are connected with мозг, и они все соединены нервами. Значит, связан, позвоночник связан с мозгом, нервами очень тесно. A little bit also this spine bone little bit displaced here. Чуть-чуть, если сдвинется один позвонок, это приведет к такой ужасной боли. For this regard, по этой причине people, they also doing some yoga, asana, люди, они занимаются йогой, сидят в асанах, чтобы их тело стало сильнее. But whatever you do, но when что бы old age will come, делали, когда придет старость, will give pain. Будет больно. Anything, no problem. Ну, не страшно, but что when делать. Old age will come, сейчас. Но когда придет старость, конечно, будет India, связано со многими болезнями. Дарасинг. В Индии Дарасинг назывался. В Индии был один знаменитый гимнаст по имени Хануман. А когда ставили спектакль Рамаяна, он играл роль Ханумана. В одном фильме Рамаяна Джарасинг играет Ханумана. But when he became old, но когда он состарился, cannot move. Он уже не мог двигаться. Nature of the материального мира. Можешь делать что угодно. You can do practice. Можешь заниматься гимнастикой, йогой, but чем you cannot хочешь, conquer, но не сможешь the death, победить смерть. Or you cannot и break не сможешь the law of the nature. Нарушить законы природы. The law of nature this. Потому что законы природы действуют. But you become old. You have to become нужно стареть, приходится стареть. And you have to also и придется die. Также умереть. The snake of Kal, Kal Sarpa. The snake это of time, змея времени, was Kala Sarpa, постоянно извиваясь, следует за тобой. Srimad Bhagavatam Srimad Bhagavat. Kal Sarpa,
also to understand. The snake of Gita, time. Gita Bhagavatam. Bhagavatam говорится, Gita, то есть говорится Kala Sarpa, то есть змея yeah. времени постоянно преследует вас, постоянно ползет вслед за вами. This is one day. Это правда. The snake will bite you. Однажды эта змея укусит вас. Always was chasing всегда ползет вслед за вами. You can take food, you can do any можно body, есть, можно medicine, поддерживать тело, принимать лекарства и так далее. Но сколько можно будет прятаться от этой каласарпы, от этой змеи yeah. со времени? Шрила Бхагаватам говорится, Шукадев Госвами сказал Парикшит Махараджу, в этом материальном мире люди занимаются многими вещами. Avoid the Kala Sarpa. Они пытаются избегнуть Kala Sarpa. But finally one day the Kala Sarpa will be Kala Sarpa ужалит. And that time you have to die. И вы должны будете умереть. Because this is the nature, law of nature. Природа, закон природы. So for this regard, по этой причине, here Mukunavala Stotra. Здесь Мукунавала Стотрия. Идам Сарьям Сарасанди Джарджарам. Киму Соди Причаде Мухаммара Мате. What medicine do you want? Какого лекарства вы хотите? Кришна Нам Расамритам. Кришна Нам Амрит. Кришна Нам Расамритам. От нектар имени Кришны. Всегда пейте. Then you will be what? Тогда вы conquer the death. Сможете победить смерть. Conquer the death means you. Победить again смерть. You will not come что to значит? Уже больше не придешь в этот материальный мир. So there are no reason to die. Поэтому нет причин умирать. If you take birth, then если you have to die. Родился, то добавится смерть. Потому что если родился, то if you not take умрешь. Birth in this material world, not а если come, so need to question to die. Не родишься в этом материальном мире, то не будет вопроса о смерти. Yeah. Поэтому лучше не рождаться в этом материальном мире. Друва Махарадж. Друва Махарадж. He got benediction from Lord Narayana. Получил благословение Господа Нараяна. 36,000. 36,000. He will be ruled the ему предстояло world. Править миром. Then he will be go и his abode Dhruva Loka. Затем ему предстояло отправиться в его обитель Dhruva Loka. Create милостивым for his one planet, создал для него планету под названием Dhruva Loka. 36,000 past. Прошло 36,000 тысяч лет. Yes, past. That time Mrityu. Тогда Mrityu. Jama Maharaj, Brahma Mrityu. Jama Maharaj, Бог смерти. The presiding deity of death. Предстал перед ним. He told Dhruva. Я сказал, о Dhruva. Should be ready. Готовься. Come with me. Идем со мной. I am the Mrityu. Я Mrityu. Я олицетворенная смерть. Потому что этот материальный мир называется Мара-лока, или Мритью-лока. Мритью-лока means the place of death. Местом смерти, миром смерти. One who comes in this material world, тот, кто have to попадает в этот материальный мир, обязан умереть. So my duty is there. Поэтому моя обязанность I take it. Забрать тебя. Он сказал then Dhruva told, okay. Dhruva сказал, хорошо. Just I'm chanting я my Gayatri mantra. Только сейчас Гаятри-то повторяю. When my Gayatri mantra finish, и then you can take. Сразу же меня можешь забрать. Sit down in front of me. Садись передо мной, я Гаятри кончу и забирай Dhruva, меня. Dhruva Махарадж, Dhruva Махарадж повторял Гаятри мантру. Mrityu Devata. Devata. He was sitting in front of божество me. Смерти сидело перед then ним. Dhruva very quickly chanted his Gayatri mantra, повторил свой Гаятри мантру and hit it on the head of the Mrityu Devata and ударил Mrityu Devata по голове и отправился на Dhruva Loka. Dhruva Maharaj сказал, ты меня не можешь обойти. Шримад Бхагаватам говорится об этом. Once chants the holy name, тот, кто повторяет святое имя, he can conquer the death. Он может победить даже смерть. Шримад Бхагаватам очень ясно говорится, можете читать. Dhruva, he went, Dhruva отправился Dhruva Loka, на Dhruva Loka в том же теле, что и был. Очень могущественное святое имя. But some devotees also are giving up this body. Преданные не оставляют тело. Like Narada Rishi. Narada Rishi. Panchadehika Patitam. Narada Rishi also gave up his. Panchadehika Patitam. Patitam. And he gave up his body. Он оставил he тело. Отправился, и обрел трансцендентное тело. Those are high class devotees, they can do anything. Возвышенные преданные могут сделать все, что угодно. But that time their body. Но тогда тело, которое не покрыто, уже трансцендентное.
When you receive Diksha Mantra from Guru, обретаете Диксха Мантру от Гуру, ваше тело станет трансцендентным. Диксха Кале Сисса Каре Атма Самарпан Сей Дио Хай Тар Чидананандамай Апракита Сари Диксха Кале Сисса Каре Атма Самарпан Сей Кале Кришна Таре Каре Атма Самарпан Сей Дио Хай Тар Чидананандамай Апракита Дихе Шри Кришна Бхаджа. Читан Чаритамрити говорится. When devotee, когда преданный принимает прибежище лотосных стоп подлинного гуру, that time his body actually was transcendent. Тогда его тело становится трансцендентным постепенно. And that is transcendental body actually chanting Hari. И в трансцендентном теле он воспевает святые имена. Because that time Krishna is thinking, he belongs to me. Кришна думает, этот преданный принадлежит мне. So saying, Diksha Kali Sitsa Kari, Atma Samarpan, Atma Samarpan, a condition? Atma Samarpan. Atma Samarpan. Completely surrender. То есть это условие, следует полностью вручить себя Господу. Says Krishna Tare Kare Atma. Krishna is thinking, he belongs to me. Кришна говорит, он тогда he not belongs to принадлежит Maya. Мне. Он больше не принадлежит His body Майе. Not belongs Его to Maya. Тело не принадлежит Майе. One who does not тот, кто offer to Guru, не вручает себе Гуру, his body. Свое тело. That time his body belongs to тело принадлежит Maya. Майе. Or one who completely тот, surrender кто полностью to Guru, вручает that себя his body, Гуру, his его тело belongs to Krishna. Krishna принадлежит thinking, this is belongs Кришне. To me. Кришна говорит, он принадлежит мне. There are no right to Maya. У Майя больше нет права притязания на это тело. Атма самарпан, сей кале Кришна таре кари атма сама, сей дьо хай таре чидананда мой, апракита дехе Шри Кришна бхаджай. That is what it's called? Трансцендент. Это тело становится трансцендентным. But not only, slowly, slowly. Но не сразу, а постепенно. Your diksha will be completed at the stage of Дикша. Он начнет плодоносить на уровне бхавы. Не за один день все происходит. Пытайтесь понять. Я хочу дать пример. Тадатма бхава. Единство с энергией Господа. Приводится пример. Если поместить железный брусок в огонь, брусок раскалится не за одну секунду. Это займет какое-то количество времени, несколько минут. Понимаете? In the same way, таким же образом. But when you put the iron in the когда помещаешь fire, брусок в огонь, then that time the iron start to брусок начинает накаляться постепенно. Правда это или нет? But maybe after 2 minutes, 3 может быть, five спустя 2-3-5 минут он the iron will become раскалится completely hot. До красна. You понимаете? In the same way, таким же образом, когда ученик полностью вручает себя Гурудеву, его тело становится, принимает качество тадатма бхава, то есть единство с энергией Господа. И чидатма деха, то есть трансцендентное тело начинает проявляться. But when his body is completely chidatma, но когда then его тело полностью чидатма, то его материальное тело отпадает, он оставляет его. Алакшита рупам. Алакшита рупам. Алакшита рупам means? Алакшита означает. No one can see when his material body destroyed. Не сможет заметить, увидеть, когда материальное тело разрушится и трансцендентное тело проявится. Йога майя все устраивает. This is the process. Таков процесс. And that his transcendental body и he also тогда chanting holy name. В своем трансцендентном теле он будет воспевать святые имена. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Another give an example as the snake. Еще один пример со змеей. Snake gives off his змея оставляет skin. Старую кожу. Very quickly. Очень быстро меняет кожу. How snake? Может быть, вы видели, как змеи меняют кожу? Then snake want to automatically. He comes out from the skin. Тут же она выползает из старой кожи, оставляя ее, и все. In the same way, when disciples surrender to Gurudev, предается Гурудеву, receive mantra diksha, получает мантру, принимает дикшу. That time his body becomes тело уже становится чида. Ананда и тадатма бхава.
То есть он един с энергией Господа, его тело становится трансцендентным. So now come in this way. Итак, мы возвращаемся к теме. Только что сказал вам о том, что столько смирения придет в его сердце, тайне. И он начнет повторять «Нама Абас», тень святого имени. И тут же вся его карма будет нейтрализована. Прарабда, апрарабда, все виды кармы будут нейтрализованы. Even pap, bija, abhidha, asmita, raga, desh, abhinivesh, everything is there. Pap, bija, asmita, raga, desh, abhinivesh, все это клеша также. Abhidha means? Покинуть. Forget. Avidya означает забвение. Abhidha, abhinivesh. Abhinivesh означает mind also absorbed погруженность with ума в чувственное наслаждение, вишая. Avidya, asmita означает mind always is what? Absorbed. Ум постоянно погружен в вишая, то есть чувственное наслаждение. Как like? Stone. А как камень, например. Asma means stone. Asma вообще означает stone. But we're chanting holy names, камень. All his pop, everything will be stone. Но когда мы воспеваем святые имена, все грехи уничтожаются. Достаточно лишь намабаса для этого. Абидда, асмита, рага, деша, абидда, абидда. Рага, деша, абинивеша, все эти клеши уйдут, и также папа, то есть грехи также уйдут. Бидя. Папа Биджа, семя греховной деятельности, все это Even уйдет. Даже Папа Басана, греховное желание, желание совершить греховное действие, все это уйдет из сердца, когда Нама Абас, то есть тень святого не проявится на языке. Насколько же Нама Абас могуч? Когда вы будете воспевать Шудда Нам, то есть чистое святое имя, Кришна прямо придет. Тогда вы будете плакать о Кришне. Evam vrata saprayanam kritva jatanu rago dutucitucchai hasati atho roduti roti gayanun madhavat nittati loko vajja. Sometimes he cries. Иногда такой преданный плачет. Sometimes he loves. Иногда он смеется. Sometimes rolling in the ground. Иногда катается по земле. Why? Different Почему? Kinds of. Самые разные. Лила, pastimes of Krishna. Лилы. Кришна проявляется в его сердце. Вирахалила, иногда вирахалила, лила, иногда милана, лила, то есть лила, встреча. So according to meeting and separation lila coming, so for this regard sometimes he also cries. В соответствии с этим, иногда он плачет, а иногда смеется. So he says, evam brata sapranama kritta jatanuragur duchututu uchchai hasati atho rodoti roti Гайнун Мадхават Нитти Луку Ваджа. Sometimes he dances. Иногда такой приятный танцует. Very difficult to understand. Очень трудно понять. His external activities. Его внешних проявлений. Почему он так действует? What he is speaking, what he is doing. Что он говорит, что он делает? Difficult to understand. Очень трудно понять. This type of. I saw Gurudeva. Я видел Гурудева. Gurudeva. Когда Гурудев был на Говардхане, в месяц Картика в прошлом году, всю ночь мы были у кровати Гурудева. Иногда на теле проявлялись, на его теле проявлялись все признаки премы. Что мне еще вам сказать? When the premik bhakta. Когда премика бхакта. This time. Like Srimati Radhika. Sometimes he. Тогда эти признаки проявляются. Иногда, например, Шримати Радика забывает о своих сакхи. Она не может даже вспомнить имена своих сакхи. Она не может назвать Лалита Вишака по именам. In the same way. Таким же образом. Sometimes he forgets. Шрила Гурудев. He forgets the name of his servant. Забывает имена своих слуг. He asks. Он спрашивает, hey, where is that the sannyasi? Где этот саньяси? Гурудев даже не мог вспомнить имени. That is Sanskrit word, that is called Vismaran. На санскрите называется Vismaran. Забвение. To forget. Forgetfulness. Forgetfulness. Забвение. As the Lalita Srimati Radhika see also. Лалита и Шримати Радхика. Гурудев говорит, Vismaran. Where is that sannyasi? Гурудев спросил, где этот саньяси? There's some Brahmachari. Which саньяси? Брахмачари спросил, какой саньяси? Саньяси, который со мной все время.
Then take him and sannyasi name. Oh, he's that? No, no, no. Этот? Нет. Oh, Madhav Maharaj? Madhav Maharaj. Да. Madhav Maharaj. Vismaran. Vismaran. They're saying, what is that, the English devotee? Вот этот западный преданный там. But who is that? Английский дословно. Can take him, Brahmachari saying, this one? No, no, no. Brahmachari, нет. Are very tall. Очень высокий, который. What is that name? Как его зовут? Гурдев Фарвин. Then want to say, Брахманат. А, yes. Брахманат, да. Брахманат, где он? This is called Vismaran. Это называется Vismaran. Forgetfulness come. When prema will come. Забвение, когда према приходит. Forgetfulness. Когда приходит Vismaran. Когда приходит забвение. This is the symptom of prema. Это признаки према. Ordinary people they can understand. Обычные люди не могут понять. Очень много признаков, экстатических признаков премы мы увидели на теле Шилгурда, когда мы были с ним. Мы видели разные признаки премы. Насколько он милостив. Итак, мы возвращаемся к теме. Когда садака совершает баджану и садану, приходит ништха. Каждый день он повторяет устойчивое количество святого имени, совершает баджану и садану. И все уже происходит стабильно. Здесь Шрила Бхактивинода Тхакур. Цитирует один стих из Кришна Карнамритам Шри Пилуананда Такура. Мои прасад, 18. Мои прасадам мадурам катакша бхансини надаим анучаре видеи. Твои прасанне кимха парирна. Абхаста прасанне кимха и парирна. О Кришна, будь милостив, искоса брось на меня свой сладостный взгляд, играя на своей флейте. Если ты доволен мною, меня не волнует презрение людей. Но если ты недоволен, то какой смысл в их признании? Когда приходит ништха, человек целенаправленно служит своему Иштадеву. Кто наш Иштадев, Господь, которому мы поклоняемся? Шримати Радика. Рагунат Дас Госвами говорит. Our Иштадев Шримати Радика. Наша Иштадеви Шримати Радика. We love Krishna. Мы любим Кришну. Почему? Because my Иштадеви Шримати Радика, Самини Шримати Радика. Моя Иштадеви, моя Свамини Шримати Радика любит Кришну по этой причине. We love Krishna. Мы любим Кришну. Иначе не любим. Таков принцип. Because Krishna is blackish. Потому что Кришна темнокожий. Ну его. Он также большой обманщик. Он бродит тут и там. He goes. Отправляется. Gopis. К разным гопи. То к одной, то к другой. He's very chanchal restless. Он очень неспокоен, чанчала. So who love to him? Chanchal. Какой смысл его любить этого? He goes. Нестабильного Кришну. Он отправляется то к Чандравали. То еще к какой-то гопи. Мы не особо. No friendship with Krishna. Не особо с ним дружим. Мадхава, Мадхава, Джахи, Мадхава, Мавада Кайтаба. Эй, Мадхав, го-го-го. О, Мадхав, уходи отсюда. But why we worship to Krishna? Но почему мы поклоняемся Кришне? Потому что my Swamini, my mistress, Shrimati Radhika. Моя владычица Шримати Радика, она любит Кришну. For this riga. По этой причине мы поклоняемся Кришне. Shrimati Radhika loves Krishna for this riga. Shrimati Radhika поклоняется, то есть любит Кришну. По этой причине я люблю Кришну. This is our aim. Это наше настроение. Madhisa Nante Madhvina Chandra Braja Ganesh Braja Braja Ganesh Sari. Raghunath Das Manasiksha Chaitanya. Raghunath Das Goswami Manasiksha говорит. Madhisa means my mistress. Shrimati Radhika. Иша, то есть Madhisa означает моя владычица Shrimati Radhika. Повелительница, моя Иштадеви, Шримати Радика. She is the queen of Vrindavan. Она царица Вриндаванеш. Вриндаванешвари. But we love Krishna only for Shrimati Radika. Кришну только потому, что Шримати Радика его любит, иначе не любим.
So one devotee also. Один преданный. Explain this. Bhaktirna Krishna charane karomi chartim Radha padambhuja arjapena sahasena tassa drigan charani pata visesa vitta daivatayam mai karisso siddhas buddhas buddhim. One Srimati Radhika will give me shelter. Oh, когда же Шримати Радика даст мне прибежище своих лотосных стоп? And she accept me, когда она примет меня своей служанкой. For this strength of bhakti, bhakti bal. Благодаря силе бхакти, бхакти бала. I don't care to Krishna. Это произойдет, и меня не заботит даже Krishna. Bhakti na Krishna charane karomi arti. I have no eagerness. У меня нет стремления совершать бхакти Кришне. Why? Почему? Because потому I know my Ishtadev. Я знаю, что мой Ishtadev Шримати Радика. This is my bold. Это его. Это моя. Я принимаю этот обет. Моя слава не Шримати Радика, и Кришна мне не интересен. Just I receive on the sprinkle mercy of Srimati Radhika, or the sidelong glance of Srimati Radhika. Я желаю лишь обрести милость Шримати Радики в виде взгляда краешками глаз. So she are saying, это принцип. Bhaktir, bhaktir na Krishna charane karami arti. I have no taste. У меня нет вкуса. Do bhajan to Krishna. Совершать бхажан Кришне. But my arti eagerness. No, my arti, how то есть, I will serve. Мое стремление служить Шримати Радике. That means that. Означает, if you serve Srimati Radhika, если будешь служить Srimati Radhika, Krishna, тут же Кришна will give mercy to you. Будет, то есть даст милость. Radhikar dasi jadi hoy obhiman shighro mele tabe gokul lokan. If you just your obhiman, if you will come, I am the servant of Srimati Radhika. Обhiman, то есть мнение о себе как о служанке Шримати Радики. That when you Krishna, what will you get? Тут же attend to Krishna. Ты достигнешь и Кришны. Radhikar dasi Krishna sarva vede bole. All Vedas is saying Krishna is the servant of Srimati Radhika. Слуга Шримати Радики. Radhikar dasi Krishna sarva vede bole. All Vedas saying. Все Веды говорят. Krishna the servant of Krishna. Srimati Radhika. Слуга Шримати Радики. If your householder pleased with you. Если, допустим, ваш домохозяин, он доволен вами. And if others are not pleased with you, what happened? Nothing. А другие недовольны, то что с этого? Because householder is the main person. Ваш хозяин, он доволен вами. Он самый главный. So in the same, кимхи парима. Others they will be happy or unhappy, what happens? Другие соседи и так далее, они будут недовольны или довольны, это не важно. Главное, что хозяин доволен. Many people give me name, fame, reputation. Многие люди мне but мстят. But guru will not happy with me? Меня провозхваляют, но если мой гуру недоволен мной, то что же в этом плохо? If Gurudev will happy with me, если Гурудев будет счастлив, доволен мной, others they will unhappy with no one. Другие пусть даже будут недовольны, это вовсе не важно. Understand this? Понимаете это? So always is the nishtha. Всегда имейте ништу. But that means I'm not saying. Это означает. You neglect. Я не хочу сказать, что вы должны. And you only give to пренебрежительно относиться к вайшнавам и почитать только Гурудева. Не хочу этого сказать. You give respect to Guru. Нужно почитать Гуру и вайшнава. This is the teaching. Это учение. But when you nishtha coming. Но когда придет ништа. So much love and affection coming. Твердая вера. That time любви в сердце. Sorry. Тогда это придет. In the same way, you give respect образом, to Krishna, Srimati Radhika. Srimati Radhika. The same respect you give to Krishna. И одновременно такое же почтение оказывать и Кришне. But when prem increases, high level prem. Према возрастет до огромных размеров. Тогда Tirna Krishna charani karomi charti. Radha padam pujo rajasa. Kana sahasika. Tassa digam chavan patita visesa vetta. Daivat ayam jadi ayam mai kuri sushidasa bhakti. If Srimati Radhika will accept me, если Радика меня примет своей служанкой, тогда моя жизнь будет успешной. Tavai vasmin, tavai vasmin, jivami taya vina.
Idei vigayo te radhe tang nayami charanam. Tabai basmi toi I am yours. В этих словах Рагхунатха с Госвами говорит: я твой, я твой. Но дживами твоя вина. Если бы ты ради Гиру дал тебе. Дживами твоя вина. Ошлама те радхе кам. Без тебя. Я не могу жить. Idei vigayo te radhe tang nayami. This is my prayer. Это моя молитва. Please listen Ошлама те радхе, пожалуйста, послушай мою молитву. All you give mercy to me. Пожалуйста, дай свою милость мне. Рагхунатха с Госвами Пад. Совершал бхаджан из садхана на берегах Рада Кунды. Притча садхана. Он совершал бхаджан из садхана, суровая аскеза. Then Krishna came. Затем пришел Кришна. Krishna told, Krishna сказал, hey, Рагхунатха, I'm very pleased. О, Рагхунатха, я очень доволен твоей садхана бхаджан. I'm giving mercy to я даю тебе милость. Take my, receive my mercy, I'm giving mercy to you. Прими мою милость, я хочу тебе дать милость. Рагхунатха с Госвами сказал, Krishna, Krishna, I don't want your милость. Я не хочу твоей милости. Go, go, go. Уходи, уходи. If Srimati Radhika will not give mercy, если Srimati Radhika не даст мне милости, I have no need. Тогда мне не нужна даже твоя милость. Аса бхариям дешанду майин катанчи. Кало мая ади чалита гамитан сампратеми. Танчит крипа майин крипаан видасса наива кингме. Прану варчу вакари напи. Hey Bakari Krishna. Oh. And who killed Bakasura? Bakari so Krishna. Krishna's name is called Bakari. Тот, кто убил Бакасуру, поэтому его зовут Бакари. Hey Bakari Krishna, I have no need your mercy. Go, go. Мне не нужна твоя милость, уходи, уходи. My asabhari amrita sindhu mai katanchit. Only my one target. Моя единственная only цель. Only one my hope. Моя единственная надежда. When I receive the обрести, купить свою милость Шримати Радхике. That's called Radha. Это называется Kripa. Radha. Крипа Катакша. Радха Катакша. All this mercy, the one that circling glance. Хотя бы. Шримати Радха. Обрести хотя бы один взгляд Кришны глаз. Гаудия Вайшнава. Гаудия Вайшнава думает только об этом. Как обрести circling glance of Шримати Радха. Крупицу милости Шримати Радхике. Хотя бы один взгляд брошенный краешком уголками глаз. Каждый день мы поем Радха Крипа Катакша Ставараджа. Понимаете? Вот эту ставу поем. Ананта коти Вишну локо намра падма джарчите хима дрижа пуло лума бринчаджа бхаратта апару риддхи риддхи сиддхи сат падангули нанке кадакари сасьяман кипа кадакчаваган. Мадамадади йовани прамадамана мандите прияанурага ранжите калабиласа пандите аннаданна панджараджа кама кели ковиде кадакари сасьяман кипа кадакчаваган. Радха Крипа Катакша. Это Радха Крипа Катакша. Ставараджа каждый день читайте ее, пойте ее. О Шримати Радхика. So this Gaudiya Vaishnava, this means is what? Итак, Gaudiya Vaishnava имеет только одну ништву, очень целенаправленную веру, подобную направлено как на полярную звезду. Полярная звезда всегда на севере. Всегда в одном направлении. Таким же образом садаки направляют свое внимание в одном направлении. Думают, как обрести милость Шримати Радхики. Называется Радха Крипа Катакша. И воспевают святое имя. Амани намана дина киртанья садахари. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Манджари Бхава means is what? Манджари Бхава означает Радханишта. Только Радханишта, глубокая вера только в Шримати Радхике. Есть три вида сакхи в Шримати Радхике. One is called Krishna Nishtha Sakhis. Один это Кришна Ништа Саки. Даништа, Бринда. Такие как Даништа, Бринда. Кришна Ништа. У них Кришна Ништа, у них вера. Кришна. They're lovers of Srimati Radhika. Они любят также Srimati Radhika. But they are main point. Основное у них это Кришна. So that is called Krishna Paksha Gopi, but Krishna Ништа. Кришна Пакша Гопи. То есть гопи, у которых вера в Кришну больше. And another is called Ubhayanista. Другая группа называется оба. Ubhayanista. Ubhay means both. Ubhayanista означает в обоих у них вера. That kinds of gopis they love Srimati Radhika and also любят одновременно Srimati Radhiku и Кришну. Understand? That's called Ubhay, both.
Убхай ништа. To balance? Так віси. They love also Krishna. They love also. Вони люблять і Кришну, і Шримати Радику. They are called Lalita and Vishakha. Це Лаліта і Вишака. But they are mostly they also love also Shrimati Radhika. But they are nishta both. Но нищо то так иначе направляет на обоих. Understand? Lalita is also Sakhi. Lalita и Вишака. Основные Ашта Саки, то есть Висаки, они направляют свою веру преданности Рады и Кришны, Убхая. А those are Манджарис. А Манджари? They are nishta only. Их ништа направлена только на Шримати Радику. They never independently. Они никогда не встречаются с Кришной независимо. Они всегда на стороне Шримати Радики. Радха мери сами, мэй радин ку дас, джанам джанам мой дио, бриндаван ку бас. Бриджаваси дья сингли хинди сам. Бриджаваси поют в этой песне на хинди. Симати Радика, сизмай. Симати Радика, моя владычица, рады мене с вами. Мэри с вами. Сизмай мистерс. Она моя владычица. Радха мери с вами. Мэй радин ку дас. I'm the servant of госпожа, Simati Radhika. Я слуга Шримати Радхики. Janam janam moi dio Vrindavan ku vas. Birth and birth. Life after life. Рождение за рождением, жизнь за жизнью. Я желаю лишь рождаться в Вриндаване. They are only one point of view. Они направляют свою веру только на одну Шримати Радхику. Есть много вещей, я хочу, я упоминаю вкратце. Рада ништа. Гаудия Вайшнав means Гаудия Вайшнавы имеют эту цель. Только одну цель. Это рупа, это настроение Рупа Госвами и Рупа Госвами. Рупа Госвами полностью направлен. Его имя только Шримати Радику, Рупа Манджари. Рагунат Дас Госвами это Рати Манджари. Также он целенаправлен Шримати Радике. Абхира Палли Патипутра Канта Даса Абхилосита Барасвара Сирупа Чинта Манисопти Санстхо Матсанто Дурданто Хае Сурастам. Рагунат Дас Госвами говорит в этих словах: My mind is always galloping as like a horse in the same mood of Rupa Manjari. Мой ум постоянно подобно коню скачет в направлении только Шри Рупа Манджари. Как Рупа Манджари служит Шримати Радхике. В том же настроении я направляю свой взгляд. Настроение ученика всегда только одно. Как служить Шримати Радхике в том же настроении, что его Гурудев. Понимаете? Всегда это настроение должно присутствовать. Я молюсь о том, о Гурудев, когда же я обрету хотя бы крупицу твоей милости? Это наша заветная цель. Ништа вики упаджай премьера таранда. Четанчада. Четанчада. Ништа вилгам, waves of love. Когда наша ништа станет такой, тогда все виды волны, экстаза проявятся. Каренге или маренге, do or die. Каренге, маренге, сделай или умри. Basically, take bhav. This life, прими. I do only bhajan and sadhana. Твердый обет. В этой жизни я буду заниматься только бхаджаном и садханой. Every life I did other things, enjoyed all kinds of другими вещами. Я наслаждался очень по-разному. Это называется жевание пережеванного. Every life. Каждой жизни это уже случалось, но никогда не был счастлив. So this life, но в этой жизни I do bhajan and sadhana. Я должен совершать бхаджан и садхану. And completely surrender to полностью должен предаться Гуру и Кришне. Атмани ведан ту ападе кари хайну парама сухи духа дуре гэло чинта наро хило чудике ананда дехи чудике ананда дехи Чудике ананда деки, хайну парама сухи. Бхактивинода Гусвами. Шрила Бхактивинода Тхакур поет в этой песне. Атмани ведан ту ападе кари. Хе Гурудев, Кришна. О Гурудев, о Кришна. I completely offer myself, вручаю себя, my atma offer to you. Свою атму вам. So I think, атмани ведан ту ападе кари. Хайну парама сухи, I am very happy. Теперь я исполнен счастьем. I am looking every direction is your happiness. Куда ни посмотрю, вижу лишь счастье. And all my misery, distress of disappear. Всем моим страданиям, невзгодам пришел конец. Атмани ведан ту ападе кари
Hainu parama sukhi dukha dure gelo chinta na rohilo chaudike ananda dekhi chaudike ananda dekhi chaudike ananda dekhi hainu parama sukhi. Deci the process. Таков процес. Sarvanapi guru. Guru? Поэтому... Disciple means is what? Ученик что означает? Sold out animal. Он животное, проданное на рынке. You understand? Понимаете? May not. Может быть нет. Sold out animal means if you... Животное, проданное на рынке. Если вы продаете свое домашнее животное, and вы ему уже машете. Who brought? Прощай. Eh? Now that cow your belongs to. Потому что ваша бывшая ваша корова теперь на санскрите Шрила Бхактисиддханта Прабхупада. На санскрите Шрила Бхактисиддханта Прабхупада говорит. Сисса means викрита пашу. Шишья означает викрита пашу, проданное животное. Understand? Шишья значит ученик. Означает викрита пашу, проданное животное. When you become this викрита пашу sold out animal, станете проданными животными, тогда you receive. Автоматически получите милость Гуру Гора. Понимаете? Шрила Бхактисиддханта Прабхупада в нектаре наставления говорит, нашей заветной целью является стать Викрита Пашу Гурудева, проданным животным. So nishtha is come. Итак, приходит ништха. Our nishtha also sold out in the... Наша ништха Shrimati также Radhika подразумевает то, что мы проданные животные Шримати Радхике. How Shrimati Radhika? He chastised me? Если Шримати Радхика накажет меня, хорошо. Если даст милость, хорошо. Не страшно. Хотите получить наказание Гуру? Tolerate the chastisement of Guru. Если вы сможете стерпеть наказание Гуру, тогда вы действительно получите его милость. Understand? Понимаете? But Guru in the beginning, even in chastisement, he is new by you. Пока вы преданный неофит. Understand? Понимаете? When you are pakka, когда будете пакка, будете жареными, будете зрелыми, тогда получать наказание. That is pot maker. Жил был один горшечник, гончар. He makes the clay pot. Он делал горшки из глины. And taking one stick, very soft. He also одной палочкой, такой мягкой палочкой постукивал по ним, проверял. Have you seen? Видели, как the pot maker, how what are гончары in the pot? Проверяют. And taking one stick and равняют, как они равняют горшки. Very nice. Очень красиво. But when that the pot, но когда этот гончар completely what? Red, putting in the fire. Когда горшок полностью готов, и когда уже он подстоял под солнцем и затвердел. That is called the perfect pot. Уже настоящий then горшок. Then taking one stick and когда гончар ding, ударяет в него палочкой, проверяет звук. Горшок готов или нет? Также и гуру. Because now this pot is what? Perfect. Поэтому сейчас этот горшок уже готов к использованию. And same way, if guru chastisement the neophyte devotee, начнет неофита наказывать, он скажет, ай, ложный гуру, недобрый. Then he cannot tolerate the chastisement of guru. Не сможешь больше терпеть. But when Guru realizes, oh, now my disciple is what? Perfect. Да, ученик, Guru поймет, сейчас мой ученик уже настоящий. That time just that. Тогда начнет наказывать. Больно наказывать. So do this, do this. Делай это, не делай того. Understand? This example. Guru many times he gave this example. Он много раз давал эти примеры. Whatever I'm speaking, just Guru is what repeating. То, что я говорю, это просто слова Гурудева, я повторяю. Поэтому занимает какое-то время дойти до уровня ништхи, потом то есть нужно перед этим пройти все уровни до анартха нибритхи, и потом уже придет ништха. Then, jatanti sadhu, затем
Джата Рати Садака. Что он думает? Он уже созерцает игры Рады и Кришны. How they are doing very nice, beautiful pastimes. Они, он постоянно раздумывает о его их прекрасных играх. Surya Puja, worshiping Sun God. Actually, this is what Surya Puja. Srimati Radhika. Как они поклоняются Богу Солнца на самом деле? Sun God. Srimati Radhika притворяется, когда поклоняется Богу Солнца, она это делает для того, чтобы встретиться с Кришной. Krishna, he goes to Radha Krishna Kunda. Отправляется на Радха Кунду, чтобы встретиться. No, Radha Kunda. Radha Kunda, чтобы встретиться с Шримати Радхикой. And doing this lila many kinds. И разные. Because Radha Kunda is very confident. Там Радха Кунда очень сокровенное место. Vrindavanam Suramohita Srimanasi Govardhanam. Radha Kunda is very confident. Radha Kunda очень сокровенно. No one can go there. Никто не может туда отправиться. And those who are opposed. Те настроения, которых противоположны Шримати Радхике, не могут туда отправиться. Only Shrimati Radhika. Только лишь Нитья Сидда Парикара и вот вечные спутницы Лалита Вишакха, Рупа Манджари и так далее, они могут отправиться туда. Even Chandravali is party, they cannot go. Chandravali, ее группа не может отправиться на Радха Кунду. What will say to us? Что говорить о других? Radha Kunda's place is very confidential. Radha Kunda очень. Even Jyotila Kutila, they cannot also go. Jyotila Kutila не могут. On the bank of Radha. Jogmayasi also. Jogmaya. Arrange in this. Остерегает, остережет их. Jyotila Kutila, sometimes they also. Jyotila Kutila. Иногда. Там. Приходят. На Сурья Кунду. But they cannot go. Но не могут они подойти к Радха Кунде. This is very confidential. Это очень сокровенное место. So in the on the bank of Radha Kunda, many kinds of pastimes. На берегах Радха Кунды происходит множество игр. That is called Maharasa Lila. Это называется Махараса Лила. So in Sadak. Итак, Садака. Who is the high class Sadak? Jatrati Sadak. Который Джатарати Садак очень высокого уровня. Он памятует об этих играх. And also Данагати Лила. Также Данагати Лила он вспоминает. And Krishna, he is what is called? Krishna. What is called? A tax collector. А играет роль сборщика налогов. У Гирираджа Говардана разыгрывается эта лила. Many kinds of множество pastime manifested in the heart of Jatarati Sadaka. Игр проявляется в сердцах Джатарати Садака. That's it to do once Mahaprabhu. Как, например, однажды Махапрабху успел сказать имя, пел, танцевал in the house of Srivasa Thakur. В доме Шриваса Такура. Махапрабху смог. Настроение Махапрабху было таким. Настроение Вриндавана пришло. Махапрабху успел святое имя. And dancing, all the people were absorbed in chanting holy names. И все преданные были погружены в воспевание святого имени. Кришна, Джадавай намо, Джадавай, Мадавай, Кесавай намо, Гопала Говиндарам, Шри Мадхусудан, Гиридхари Гопинад Мадана намо. Hari Haraye Namah Krishna Jadavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Mahaprabhu was chanting holy names. Mahaprabhu воспевал святые имена. All devotees, they were completely, absolutely absorbed. Были полностью погружены в святое имя. Suddenly Mahaprabhu stopped. Внезапно Махапрабху остановил воспевание. Антара хайла Прабху. Mahaprabhu's mood coming in. Then настроение Махапрабху изменилось. Да, Махапрабху спросил всех своих преданных. Hey, devotee, give me some О, donation. Преданные, дайте мне приглашение. Дам дау, Дева Прабху, боли кохила сабаре. Махапрабху told, oh my devotee, give me some donation. Мои дорогие преданные, дайте мне подношение, дайте мне пожертвование. Devotee asked. Преданные спросили. Прабху? Прабху. What kind of donation do you want? Какого пожертвования ты хочешь? Wealth, money. Ты хочешь подношение в виде денег? Махапрабху told, no, Махапрабху сказал, нет. I don't want any wealth, money. Мне не нужны деньги, не нужно богатство. What do you want? А you чего ask, ты хочешь? Donation, donation, give ты me попросил dan, dan? Подношение, дайте мне дан. Какое подношение Then ты хочешь? Махапрабху told, Махапрабху сказал. You give your body, mind to me. Дайте мне свое тело All your body, и ум. Mind, give to me. Все, каждый из вас должны дать мне тело и ум. Преданный сказал, если мы предложим тебе свои тела и умы, что ты с ними будешь делать? Махапрабху сказал, listen. Послушайте. You give me your body, mind,
to me. Если вы дадите мне, that means your body belongs to me. Ум, это значит, все это принадлежит мне. Only one mouth, how much I can't fully names. One tongue, how much your tongue? Одним языком, одними устами, сколько могу сказать? All you give me, all your tongues, all your ears, all your eyes. Ваши и уста, ваши языки, ваши глаза, уши, тогда я смогу воспевать more Святое имя все больше и больше. Тунде танвани битоните тундавани лабдхае корн корна корам бэм. When taste will come to chanting holy name, Шрила Госвами восклицает в этом стихе, Krishna, only one tongue, how much you chant your holy name? Придет вкус к воспеванию Святого имени, well, Lord, give me, я воскликну, thousand о, Господь, мне не хватает одного языка, чтобы воспевать Святое имя, я хочу тысячи и тысячи языков. Тысячи и тысячи ушей, просто дай мне все это, чтобы я могу слушать твои сладостные речения. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сказал, о преданный, о Бхактаган, дайте мне ваши глаза, ваши рты, ваши уши, и воспевайте святые имена, слушайте святое имя. Тогда Махапрабху coming in the Krishna Lila, Dhan Lila. Он перешел к Кришна Лиле. Then all you ask, Dhana Lila, what kinds of your mood has come? Bhava has come. О, какая же это бхава? Какое настроение пришло в твое сердце? Пожалуйста, объясни. Then Махапрабху told, сказал, listen, послушайте. Now Krishna in сейчас Vrindavan. Кришна во Вриндаване. Now he Гирираджа Говардхан. Он у Гирираджа Говардхана. And all gopis. И все гопи. They are going. Отправились to attend the fire sacrifice of Bhaguri Rishi. That means their Shastra explained Shastra in this way. Once Vasudev Maharaj, как однажды Vasudev Maharaj, he performed fire sacrifice, совершил жертвоприношение Bhaguri Rishi for the welfare of Krishna and Balaram. Помощи Bhaguri Rishi для благоденствия всех и в особенности Кришны и Баларамы. And that time, тогда declared, everybody should он провозгласил, все должны принести yogurt, honey, йогурт, мед, milk, молоко, and they will also get benefit. И все получат благо. In this way, Purnamasi Devi declared in whole провозгласила во всем Враджа. So for this regard, Radha, Lalita, Visakha, Радха, Лалита и Вишакха отправились на огненное жертвоприношение Бхагури Риши. Very close to Krishna, оно проходило неподалеку от Говинда Кунда. But they have to cross, но гопи должны были пройти that place, that is called, через место под названием Дангати. Very small, narrow place. Это был очень узкий проход, через который они должны были пройти. And Krishna went hard. Krishna, by his Sukha Pakshi, parrot. Oh, Radha, Lalita, Visakha, all the Sukhi, they are coming. То есть его попугай сообщил, что and taking сейчас сюда направляются Радика, Лалита, Вишакха и другие гопи, несут йогурт и другие молочные продукты. Then Krishna, тогда this guy is one tax collector, сборщиком дани. Tax collector, different Krishna. Yes, сборщиком дани. And Krishna took his only few friends. И Кришна взял только своих преданных Масаку, то есть самых близких друзей, Шридама, Субала, Мадхумандала. They went gopis came. И они притаились там. Гопи пришли в это место. Они должны были пройти через этот узкий проход, и Кришна их остановил. Hey, where are you going? Эй, вы куда идете? And Gopi said, why? What is your problem? А твое-то какое дело? What is your problem? Ты чего от нас хочешь? Lalita Devi is very bold. Devi very bold. What is your problem? Тебя какое дело? Get out here. А ну убирайся отсюда. Why did you to stop to us? Чего ты нам преградил путь? Who are you? Ты кто такой? Then Krishna told him, Krishna сказал, а вы не знаете? Are I am tax collector. Я сборщик налогов. Tax? What is the tax? Сборщик налогов? Каких налогов? Are tax, give the tax here. Давайте налог, платите. Because you are going one place to another, we have to give tax. Потому что когда переезжаешь с места на место, нужно платить дань. Who are you? Krishna told you, don't know? I'm the son, I'm some Nanda Maharaj. Я сам да. Son of Nanda Maharaj. А я сын Нанда Махараджа. I'm Nanda Nanda. Я Нанда Нанда. Krishna. Krishna. But no. Now I got
on job. This got tax collector job. Вот я на должность поступил. Yeah. I got that job of tax collector. Налогов. Huh? So you have to pay here. Поэтому вы должны мне платить. If you don't pay, then если I lose my не job. Заплатите, то утрачу работу. Then Lalita Devi see to. Lalita Devi сказала. Are you, who gave you this job? А кто тебе эту должность дал? Huh? You are not perfect man. How possible you get this job? Ты несовершенный человек. Как ты мог получить эту должность? If you get the job. Если. At least two qualifications. А, ну то есть у тебя нет квалификации, почему ты работал? То когда поступаешь на работу, должно быть. First your good character. Два then you get the job. Качества. Должен быть хороший характер. Character certificate you need. То есть в как это жизнеописание, указывается. Character certificate. Какой характер? Характеристики дается. И второе. Maybe you're very nice, beautiful, or then you get job also. А, если вы хорошо выглядите, тогда внешность красивая, тогда of whom? Air hostess. А, ну, допустим, стюардессы устраиваетесь. Стюардессы должны выглядеть красиво. И хороший характер. Знаете, стюардессы? And also, Тунгавиди, you know, was taking him, Тунгавиди, she's air hostess. Driving your first evening. Oh, yeah. Okay. Yeah. Okay. If you are very nice, beautiful. Just. And. Если красиво выглядит. You will get this job. Otherwise, no. Получишь работу. Иначе you are very ugly. Then you will get customer will know. Hey, будешь неприятной внешности, тогда тебя не примут. If you want to get job of. Если you хочешь устроиться стюардессой. You have to take two qualification. Education qualification. Два также. Speak very nice language or not English or other language. Достоинство, то есть это должно быть хорошее образование, должно говорить минимум на двух языках, and улыбаться, your face would be very nice. Лицо должно быть красивым, но бабушка. Но бабушка. Не бабушка должна быть. Бабушек не принимают. So Gopis told. Итак, Гопи сказал. How possible get this job? Who gave this job? Как ты получил эту должность? Тебе кто ее дал? What is my, what? I have no qualification. What is your qualification? А как? У меня есть качества. Какие качества? Характеристика хорошая. Then Lalita Devi see told. Lalita Devi. Okay, listen. Ну, послушай. Rupete kalu, ar gunete noni chora. Rupete kalu, your complexion is what? Blackish. Rupena. Very black. Во-первых, внешний вид. Are you like to black person? Мы черных не любим. Who likes? Кто любит? Никто не любит. Черномазый. Почему получил? Rupete kalu. Ар гуне, what is your qualification? А характеристика какая? Характер какой? What is your character certificate? Какой? Где характеристика у тебя? Listen your character certificate. Предъяви характеристику. Праже праседан навонита чоурам. Вот какая гопангана чоткула чоурам. Это чорограгане Пурушашта, Кришна это вор. Кришна это вор. How possible can this job? Your character is. Как ты получил эту должность? Это дурной характер. Сплошные красные отметины у тебя. Характеристики. Сертификат. У тебя только полицейский протокол на тебя заведен, что ты вор. If you show your this certificate, police certificate, and police giving that person, полицейский протокол. Many times. He stole the people. Там написано, что он вор и повторно воровал. Что, на работу примут? Any company will not give job to you. Никакой работодатель не подпустит тебя близко. Если с такой характеристикой подойдешь. Потому что подумаешь, что если примешь этого вора на работу, то он будет воровать деньги, потому что он вор. Правда или нет? And especially, в особенности, if you go to have their economical transaction, money transaction, если вы должен быть экономические операции, perfect, honest человек должен быть прекрасного характера и честным. Поэтому песня поется дальше. Во Врадже ты известный вор. Поэтому как ты мог получить эту должность? Мы не верим тебе. Ты получил Кришна сказал. Are you gopis? Don't understand. Почему вы меня упрекаете за то, что черный? Who does not like the black? Кто не любит черного, скажите мне? Who does not like? Кто не нравится? Кому не нравится черный цвет? Жабунаре жал кало сарвожил сарболоке хай кало мегере жал трибубоно тритапо журай. Кришна told. Налтар.
What is the complex? What is the color of the water of the Jamuna? Какого цвета вода Ямуны? You understand? Понимаете? What is the color of? Какого цвета вода Ямуна? Jamuna or jal color. So everybody, Ачман, все принимают Ачман с Ямуны. If you go to Vrindavan, you have to take Ачман. Вы должны будете зачерпнуть воду из Ямуны, иначе это оскорбление. So Krishna told me. Krishna said. Jamuna re jal karo sarvar loke khai. Kalo meghe re jal tribhuvano tapo judai. What is the complexion of new? Какого цвета? Ever fresh rain cloud. What the ever fresh rain cloud? Свеженалетая грозовая туча. Какого цвета? But everybody also are hankering, especially after summer time, when the summer time, everybody is looking, when the black sky coming, cloud coming, and everybody praying, Пускай из этой тучи польется живительный дождь. Everybody like black cloud or not? Темную тучу. Все любят эту темную тучу. Правда. And this water is coming to the black. И все стремятся, чтобы вода полилась из этой темной тучи, чтобы охладились. Потому что в знойном лету все засыхают, все засыхает и вот-вот умрет. So everybody like. Потому все очень любят black cloud. Темный цвет. Потому so что Krishna цвет туч. Why did you Krishna сказал, почему вы меня критикуете? Что за то, что я темный? And that thing? Еще одно. Only the complexion black means he's bad. You cannot say this. Нельзя сказать, что темный цвет плохой. Black bee. Very black is. Пчелы тоже. But singing very nicely. Черные, но так прекрасно жужжат. What is the complexion of cuckoo? Какого цвета кукушки? What the black? Какого Kukubar? Цвета? Кукушки. Black? Тоже черные. But cuckoo singing very nicely. Прекрасно поют. Everybody heart also. Все очень радуются, когда слышат их кукование. So that means you cannot say black complexion means the нельзя сказать, что черный цвет бесполезный. You cannot say that. Нельзя этого сказать. Another things you told me. Другое, что вы сказали, что ты сказал? I am thief. Другое, что вы сказали, small boy, вот вы сказали, что я вор. Но когда я был маленьким, я был таким непоседой, немного масла воровал. Природа маленьких детей. Когда что-то крадут. Now I'm youth, young. Сейчас I'm not я молодой, anything. Я больше ничего не краду. Now I'm completely sadhu. Я теперь полностью саду. And now we get pakka brahmachari. Pakka brahmachari, настоящий брахмачари. Krishna told. Krishna сказал. Now I'm pakka brahmachari. Сейчас я настоящий брахмачари. I never touch the lady. И никогда не смотрю в сторону женщины. I'm pakka brahmachari. Настоящий брахмачари. So for this regard, причине, I got this job. Я и получил эту должность сборщика налогов. You have to pay here. Вы должны мне платить здесь. Otherwise my master. Иначе мой хозяин me punishment. Меня накажет. And I lose my job. Я утрачу должность. No credit card, no other thing. Не будет you больше ни pay. А как это, рабочей карточки, как называется? Трудовой книжки больше не будет. Some road, there are also tax collector. И на дорогах иногда стоят сборщики. Yes. Сборщики налогов стоят. You have to pay. Должен платить. Otherwise that is what not coming up. Иначе шлагбаум не поднимется. Has to pay. Сперва заплати, потом tax, then put that the receipt inside, встанешь then карточку и шлагбаум поднимется. Правда или нет? So it's simple. Krishna told, you have to pay. Кришна сказал, вы должны здесь платить. Because this is my job. Но no consideration, nothing. Я никого не освобождаю. You direct pay here. Подайте, вы должны платить дань. Look list. Вот у меня список большой. You taking this commodity and this types of percentage of tax. Когда пересекаете эту местность, вы должны платить такой-то налог, вот у меня все расписано. Гопи сказали, но какого налога он просит? Кришна сказал, послушайте. Вы должны синдур, то есть красную линию в проборе. The kajal и дать мне каджал, for которым смазали ваши глаза, черную тушь. My master gave this list. Потому что мой you хозяин, он указал этот список. Вот for this, for cinder and for kajal. We have 2,000. 2,000.
200,000. 2 lakhs. Yeah. For this and for that. Yes. Okay, значит, за то, что у вас синдур, поэт пишет, за то, что у вас синдур, красный пробор, за то, что у вас черная тушь на глазах, вы должны заплатить 200,000 рупий, 2 лакха. Потому что вот у меня по списку идет, что сколько стоит. Then Simati Radhika we cannot give. Simati Radhika мы не можем заплатить. We will not pay one penny. Мы даже пайсу не заплатим. We have not, nothing. У нас ничего нет. Help us will give, так мы можем дать тебе. But we have to also go. Но мы должны пройти. Через это место. Then Krishna said, no, you cannot. Krishna сказал, нет, нет. This is my, не this можете is пройти, gate. Потому что это сбор we have to pay. Налогов здесь, вы должны платить. Then, тогда Srimati Radhika сказала will not pay 2 lakhs rupees. Послушай, 200 тысяч мы не можем заплатить. But но we can say, we'll pay 2 lakhs rupees to you. We can say to you. Мы можем сказать тебе, кто тебе заплатит 200 тысяч рупий. Who worship Krishna and Bishop. Materialist. Man doing bhajan to Krishna, also worship his householders, wife, children, they can give 2 lakhs rupees. Because they are bhajan Krishna and Bisha. Детям и так далее. То есть Виша, он поклоняется Кришне и Виша. Виша меня пользован. No, Bisha means materialist. Wife, husband, they are serving. Тот, кто поклоняется Кришне и Виша. Виша – это материальная жизнь. Wife, husband, тот, кто поклоняется Кришне и служит своим членам семьи. У него ум разделен. Тот может дать тебе 200 тысяч рупий. So they can pay. Они могут заплатить 200 тысяч рупий. Мы не будем платить. Then Krishna told, listen. Тогда Кришна сказал, послушайте. Not only this. Не только это. You have many very nice people, gorgeous dress. Также у вас множество прекрасных and so many pearls. И you are жемчужин, которые вас украшают. For this regard. Also, you have to pay 4 lakhs rupees. Платить 400 тысяч. And 400,000. 400 тысяч. To pay. Должны платить. Then Gopi told, no, we cannot. Сказали, мы не можем дать тебе этого. But I, we can say, мы можем сказать, we'll pay кто платит? Lakhs rupees. 400 тысяч. Мы тебе скажем. And, but what that? Those who have the four things, their mind is going the four things. Те, у которых ум расчетверен. And the four things might be dharma, artha, kama, moksha. Dharma, artha, kama, moksha. Dharma means dharma, religion. Религиозность. Artha means economical artha, development. Экономическое развитие. Kama means sense gratification. Kama, чувство наслаждения. Moksha means moksha. Once heart is going in this four things, dharma, artha, kama, moksha. Те, у кого ум или сердце разделено по этим четырем направлениям, они тебе заплатят 400 тысяч, а мы не будем. Then Krishna told, not only this. Не только это. You have very nice, beautiful ankle bells. У вас прекрасные ножные колокольчики. Also bangles in your hands. И браслеты на руках. So you have to pay. Вы должны платить. Again 600 тысяч. 6 лакхов рупий, 600 тысяч. Then Gopi told, we not, сказали, not pay 6 нет, lakhs. Мы не заплатим этого. But we can say we'll pay 6 lakh rupees. Мы скажем, кто сможет заплатить 600 тысяч? Those are completely controlled by the six enemies. Во власти шести врагов. Do you know six enemies? Знаете шесть врагов? What is that? Кто это? Kam, krodh, lobh, moha, mada, mada. Kama, krodha, lobha, mada, moha, mada. Kam means lust. Kama, вожделение. Kam, krodh means krodha, anger. Гнев. Kam, krodh. Lobha means greed. Lobha, жадность. Moha means illusion. Moha, иллюзия. Mad means intoxication. Охмеление, безумие. A mastery means envious for others. Другим. So those who are in, completely absorbed with six enemies, эти, they can pay. Шесть врагов, которые полностью охвачены шестью врагами, они могут заплатить тебе 600 тысяч рупий. But we are not involved но with six things. Мы ничего с этим общего не имеем. So поэтому мы не можем платить. Then go, then Krishna, not only this, listen. Кришна сказал, это еще не все, слушайте. You put also very nice alta. У вас также прекрасная альта, то есть лак. No, alta, red color on your feet. Then, no, yes, yes, red lak. Red lak. Красный лак для ногтей на ногах. And also many kinds of ornaments. Множество украшений. For this regard, you причине, have to pay more 8 lakhs rupees. 800 тысяч рупий. Then Gopis told, we'll not pay. Сказали, мы не будем платить.
Bole, why not? Почему? We not pay. We have no money, nothing. У нас нет денег. But we have to cross this place. Но мы должны перейти. But we can say to you, who will pay 8 lakh rupees? Скажем тебе, кто тебе даст 800 тысяч рупий? Those were completely controlled by the Ashtapas. Во власти Аштапаса. Аштапаса. Аштапаса means 8 kinds of ropes. They are good tied. Аштапаса, то есть 8 видов веревок связывают такого человека. And all the conditional souls. Все обусловленные души. Completely tied with the 8 ropes. That was Ashtapasa. Веревками. Аштапаса называется. Что это за 8 веревок? Listen very carefully. Слушайте внимательно. First is called lajja, shyness. Первое называется ладжа или стеснительность. Грина. Грина means to hit. Грина означает hits. Hits, hits. Hatred. No, hate, man. Hatred, yeah. That's hate. Neglect. Значит, ненависть и брезгливость. Брезгливость. Bhai means fear to others. И bhai означает страх перед другими. The man means man for his own означает reputation. Стремление к собственной славе и почестям. I take birth in high class family. Я получил высокое this рождение. Кула. Кула. То this есть his birth, происхождение, high class birth. Рождение в различной семье. Very calm and quiet. Молчаливость, спокойствие. Обиман. Обиман означает ложное эго. Those who have these 8 kinds of ropes and tied with this веревок, they can pay 8 lakhs. Те, кто полностью связаны с 8 веревками, могут тебе заплатить 800 тысяч. We are beyond of these 8 ropes. За пределами so 8 веревок, мы ничего общего с ними не имеем, поэтому платить не станем. Krishna told, I was speaking too much. Почему слишком много? You have to pay the tax. Нужно платить и все. Do you know how much tax have to pay here? Вы знаете, какой тут налог полагается платить? Huh? Well, how much? Сколько? How much? Сколько? Do you understand? No. Понимаете, нет? 2 lakhs. 2 лакха. Then 4 lakhs. 4. How much? 6. Уже 6. Then 6 lakhs. Затем 6 лакхов. Then 8 lakhs. Вот за 12. 8 лакхов. 12 lakhs rupees you pay here. 20 лукхов. 20. То есть хорошо. 12. 12 lakhs rupees pay here. 12 лакхов в рупии вы должны платить 1 200 000. Otherwise you cannot cross this place. Иначе не пройдете. Then gopis told. А гопи сказали? We cannot pay. Мы не можем заплатить 20 lakhs. 12 лакхов, 1 200 000. 20 lakhs we cannot pay. 20 or 12? No, 20. 20. 2, 6, 8. Ну, вы меня, как говорят литовцы, ошибили. 20 тысяч, нет. First 2 lakhs. 20 лакхов, 2 миллиона. 4 lakhs, 6 lakhs. Then, third 6 lakhs. How many? 12. Then last 8. How many? 2 million. 2 million. 2 million rupees. 20 lakhs rupees. 2 million rupees here pay here. The Sanskrit word degree. 20 lakh. 20 lakh. No Sanskrit. Sanskrit word degree. 20 lakh. 20 means 20. Lakh means lakhs. 20 lakhs rupees here pay here. Krishna told. Big list here. Then gopis told, how possible? Гопи сказали, как для нас возможно такое? We are going to donate the ghee and yogurt. Мы несем ghee и йогурт на жертвоприношение. Сейчас ты требуешь, чтобы заплатили even такие деньги. Even our ghee yogurt is not the. Мы даже если продадим весь этот 20 lakhs. Йогурт, все это ghee, не наберем такую сумму. How possible pay to you? Как же мы тебе можем дать эту сумму? You know, even different countries, there are gift taxes. Вы знаете, во многих странах есть система расплаты натурой, налог натурой. Пишешь декларацию, такие-таки товары везут, значит, часть платишь натурой. You got free, but here customers will be asked to give also. Денег не берут, но tax. Берут натурой. That's your gift tax. Называется. Видели, может быть, в аэропорту есть такие указания. So Gopi told that we are going to donate yogurt ghee. Мы идем. In the fire sacrifice, Пунна Карма. Это мы идем, внесем ghee и йогурт. Это Пунья Карма, это благоприятная карма. Are you asked? А ты просишь у нас? For 20 lakhs rupees, 2 million rupees. Дань в 2 миллиона рупий. 20 лакхов. But Gopi told. But we can say. Но мы можем сказать. Who will give
Кто? 20 lakhs. Даст тебе 20 лаков. Кришна сказал, who? Кришна сказал, кто? Бисай means? Бисай означает? Бис means two words. Бис means poison. Виша два значения. In Виша Sanskrit означает word, бис means яд. Poison. На санскрите виша означает яд. А бис means? Виша также означает. Sanskrit word бис means also material sense. Материальное чувство наслаждения. One who completely absorbed with виша, material sense. Тот, кто полностью погружен в вишу, материальное чувство наслаждения. They can pay 20 lakhs rupees. Они могут заплатить 20 лаков рупий. Мы не в состоянии. Our mind is not absorbed with this mental sense. Мы вовсе не направляем свой ум в чувственное наслаждение. Yeah? Чувственное наслаждение. So we can't be. Поэтому мы не можем дать тебе этих денег. Yeah? Our mind absorbed наш with ум полностью Govinda направлен на Говинду, его святое имя. Дамодарма Давети Говинда Дамо. Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti He Krishna He Jadava He Saketi Govinda Damodara Madhaveti. So Gopi told, our mind is not absorbed with Vishaya. Наш ум вовсе не направлен на чувственное наслаждение. Not material sense gargis. Нет материального наслаждения у нас. Our mind always absorbed with Govinda. Мы все время направляем свое внимание на имя Говинды. Hey, Govinda. О, Говинда. Our mind, everything is yours. Наш ум всегда с тобой. And everything belongs to you, все and everything belongs тебе. To myself. И также ты принадлежишь нам. So поэтому мы не можем оставить тебя. Таким образом, Рада и Кришна встречаются place, вместе под названием Дангати, Лалита Вишака. Джая, джая, Рада, Кришна, Джугала, Милан, Аруты, Кароя, Лалита, Нисакина, Мадана, Махана, Рупа, Трибанга, Сундар, Притамбара, Шики, Пуча, Чура, Манохар, Lolita Madhava Bhange Vrishabhanu Kanya Sunila Vasana Gauri Rupi Vimedanya Nana Vidaya Alankar Kari Chalamana Harimana Vimahana Vadana Utra Vishakadi Sakhi Gar Nana Raghi Gaya Priyanarma Sakhi Jata Chamara Duhaya Oh Sri Radha Madhava Bhade Sarasi Jayasi Bhagati Vinoda Sakhi Pade Sukhi Vashi Hello Adhi Govinda Jaya Radhe Govinda Adhi Govinda Jaya Radhe Govinda Hello Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda Adhi Govinda Jaya Radhe Govinda I am singing because those are jatarthi sadhas. They remember different pastimes of Krishna. Они медитируют на разнообразные игры Кришна. Сурджа Кхела, Дан, Сурджа Пуджа, Дан Гати. Самые разные. Сурья Пуджа, Дан Гати. Чанд Хули Нэм. Поэтому он воспевает свои помните об этих играх. Then, fourth Yama Sadhan. Затем начинается четвертая Yama Sadhana. Midday. Ручи. То есть, полдневная лила Мадьяна. Then, Муктимана Тхагур quoted one verse. Шрила Бхактивинода Такур цитирует один стих из Шикшаштака. Четвертый стих. Мама джанма джанмантри бхав... Мама джанма джанманисари бхавата бхайти криттой. Pray to Krishna. Hey Krishna, I don't want any material. Он молится Кришне. Я не хочу ничего материального. Ни my mind, друзей, родственников или мирского знания. Из жизни в жизнь я хочу полностью направить свое внимание на твои лотосные стопы. О, Джагадиша, мне не нужны богатства у последователей в лице жены, сыновей, друзей, родственников или мирское знание, украшенное изящной словесностью. О, Пранешвара, моя единственная молитва состоит в том, чтобы жизнь за жизнью с безраздельной преданностью Ахайтуки Бхакти служить твоим лотосным стопам. What is the purport? Ahaituki bhakti. В чем смысл? Ahaituki means? Слов ahaituki bhakti. Ahaituki означает беспричинное. You pray to Krishna. Беспричинное бхакти. Молитесь Кришне. Here Govinda, you give me. О, Говинда. Ahaituki bhakti. Дай мне ahaituki bhakti. Hetu bhakti, that means two kinds of bhakti. Hetu bhakti. То есть бхакти с причиной. Only hetu bhakti with cause.
Есть два вида бхакти, хету с причиной и ахету без причины. With cause bhakti, that bhakti is called bhakti с причиной. Not perfect bhakti. Несовершенная бхакти. Mostly that bhakti в основном это бхакти. Aroop siddha bhakti. Ну, это аропа сидда бхакти. Aroop means аропа означает как бы знак. That bhakti is called for his own pleasure. Да, указание. То есть бхакти совершает это бхакти для собственного наслаждения, а не для Кришны. For this regard, Acharya explained there are three kinds of bhakti. Ачарья говорят, что есть три вида бхакти: аропа сидда, санга сидда и сварупа сидда. Aroop siddha bhakti means that bhakti imposed означает бхакти to Lord for his own вид деятельности, который назван бхакти. И то, типичный вид деятельности направляешь туда Господа ради собственного наслаждения на самом деле. You also make very nice, beautiful garden. Допустим, у вас растет сад. For your красивый own pleasure. Сад. Этот сад для вашего наслаждения. But only one or two flowers you offer to Krishna. Но может быть цветочек другой Кришне предлагаете. Почему? Because Shastra saying, if you something offer to Krishna, then Krishna will give more. Если что-то предложишь Кришне, Кришна даст тебе больше. So why you are offering the two flowers to Govinda? Почему Говинде предлагаешь два цветка? If I give two, then Krishna will give me 20. Потому что если дам два, то Кришна даст 20. Krishna's pleasure I am not offering. Не для счастья Кришны. For my own interest. А я предлагаю для собственной выгоды, потому что больше цветов вырастет. This type of bhakti is called also business bhakti, commercial bhakti. Bhakti такого вида называется business bhakti. Кама? Commercial bhakti, business bhakti. Кама? Commercial. Commercial. А, коммерческая, коммерческая бхакти. Коммерсиал парти. Я думал, это сообщество. Коммерческая бхакти. Бизнес бхакти. Бизнес бхакти. That is not bhakti actually. Это не бхакти на самом деле. Look like bhakti, that is not bhakti. Выглядит бхакти, но на самом деле не бхакти. You are not doing anything, Krishna says, okay, something you give. Ничего не делаешь, но Кришна говорит, ладно, дай что-нибудь, лучше будет. В этом стихе из Гиты Кришна говорит, сперва что-то, начни с чего-то. Но это еще не бхакти на самом деле, не настоящая бхакти. Aroop siddha означает, and Кришна делает это для собственного that is called и собственных интересов, а не для Кришны. Это аропа сидда бхакти, то есть накладывание элемента Кришны на виды деятельности. Затем санга сидда бхакти. Сангена сидда джаяте ити санга сидда. One who performs bhakti, automatically some good qualification will come. Когда кто-то совершает бхакти, естественным образом у него появляются хорошие качества. What is the good qualification? Что это за хорошие качества? Sattva, Saucha, Dayapul, Truthfulness, Merciful, everything is automatically will come. He is very humble, humility. This type of в его сердце придет садгун, несравненное смирение, также садгун, то есть все прекрасные качества. This good qualification helps to him how to progress his spiritual life. И все эти хорошие качества помогают прогрессировать в духовной жизни. Yeah. But this is not also Shuddha Bhakti. Но это не Shuddha Bhakti. Yeah. Shuddha Bhakti? Shuddha Bhakti. That is called Swarupa Siddha. Это Swarupa Siddha. One who realizes his transcendental constitution of Siddha Deha. Осознает свой изначальный облик Siddha Deha. And directs heart to divine Kapil Radha. Служит божественной чите Радхе Кришне. That is called Swarupa Siddha. Это называется Swarupa Siddha Bhakti. Swarupa Bhakti start in this. Swarupa Siddha Bhakti начинается. Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasa Sakhatma Nivedanam. Iti pumsarpita Vishnu bhaktisce danavalakshana Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam говорится, there are nine limbs of bhakti. Есть девять видов бхакти. Шраванам, киртам, смаранам и так далее. But condition iti pumsarpita pumsa orpita Vishnu. Есть одно условие. First you completely surrender to Krishna. Полностью предаться Кришне. Then you listen shravan. Когда слушаешь, и это называется шраванам. Understand this. Понимаете? Before surrender to Krishna того, Guru, your Shravana listening, Shravana, that is not also bhakti. Не является бхакти. That means. Попытайтесь понять. Condition is iti pumsarpita Vishnu. Iti pumsarpita. Bhaktis cet navalakshana. Как говорит Прахлада Махарадж в этом стихе. First you offer yourself. Сперва нужно вручить себя. Называется атманиведана. Саранагати. Саранагати. If you're not sarnagati, если не совершаешь шаранагати, all your activities вся твоя деятельность
этим служением. На самом деле нечистая бхакти. Поэтому сперва нужно предаться. Он, вручившая себя душа, что бы он ни делал, Кришна принимает. Кришна примет. А если не вручил себя, ну хорошо, следуй правилам, предписаниям, предлагай Богу, божествам, занимайся арчаной. Тогда однажды предашься. Our surrender soul, whatever doing, но, Krishna accepted. Вручившая себя душа, что бы она ни делала, Кришна принимает. This is very important. Это очень важно. But those who are Vaidhi Bhakti, но they can't understand this. Преданные, у которых Vaidhi Bhakti только, они не понимают этого. Oh, you did not offer to Krishna. О, это же не предложено Кришне. You did not put tulasi. Ты туласи не положил. How possible Krishna will accept? Как Кришна примет? But they not understand this. Не понимают этой философии. What the surrender soul, what are they doing? Эти вручившие себя души, что они делают? Арчана марга, видхи марга. Арчана марга это видхи марга. Нужно взять поднос с тарелочками. Ачман, асан, падда, ардхам. Усадить божество, арчана, ардхам и так далее. Вручить это при помощи мантр Кришне. Идам асаном, клин Кришная саха, идам паддам, клин Кришная саха. Идам виддам. Чант, гопал мантра. Нужно повторять гопала мантру. Then close eyes or outside. Глаза, выйти из комнаты, опять повторить мантру. Мантру. Махамантру. This is Archana Marga, Vidhi Marga. Это все Archana Marga или Vidhi Marga. Are those who are surrender soul. Предавшиеся души. Just they in his mind offer to Krishna. Они в уме предлагают все Кришне. Левую сторону, отодвиньте левую сторону. Understand? Понимаете? But those who are not. Те, кто не знакомы с этой философией, не думают, о боже, они же правила не следуют, они так курочи не поклоняются, ни тулоси, ничего. И они все это раздают, каким образом это Махапрасад? Не могут понять все это. Не могут понять. По этой причине в шастрах говорится. Чтобы успокоить этих преданных, ну ладно, предложите Такураджи Богу по всем правилам, по всем предписаниям, звоните во все колокольчики. Но здесь Прохлад Махарадж говорит, идти пумсарпита вишну, а сперва нужно предаться Кришне. А потом слушать Харикатху. Будешь слушать Харикатху, это бхакти. Вишвана Чакрабарти Такур в своем комментарии очень ясно говорит. If you not surrender to Guru and Krishna, Гуру и Кришне, you listen Харикатха, that Shravana is not Shravanaka Bhakti. Шраван не будет Шраванакья Бхакти. Шраванакья Бхакти придет, когда ты примешь прирожащий лотос на стоп Гуру, предашься Гуру и будешь слушать Харикатху, тогда это называется Бхакти, Шраванакья Бхакти. Поэтому Пада севанам, арчана вандам, даса сакатмани веданам, ити пумсарпита вишну, бхактисчедана валакшана. This is nine links of bhakti. Поэтому в этих девяти видах преданности Прохлад Махарадж говорит о том, что условием является вручение себя или шаранагати. Шримад Бхагавад Гита gives what things? What the message Шримад Бхагавад Гита gives to us? Дается какое послание? How we surrender to Krishna? Как предаться Кришне? This is the main object. Это самое главное. Сарвадхармана паритаджа мамекам саранам брижа ахам твам сарвапапибхьо мокшами мама суча. Саранда, сарва саранагати. Вручение себя, сарва шаранагати, полное вручение себя. Шримад Бхагаватам gives message? Шримад Бхагаватам. What the message Шримад Бхагаватам? Какого послания Шримад Бхагаватам? Что дается там? Как? Служить Кришне с любовью, с привязанностью, прямо моей севой, Шримад Бхагаватам дается это послание. В определенном настроении, в Сакхе, в Дасе, в Сакхе, в Ацале, в Матхуре, в одном из этих настроений, попытайтесь понять это. Бхагавад-гита дается наставление потом. Когда поняли наставление Бхагавад-гиты, тогда Шримад Бхагаватам. Without surrender, без вручения себя, all your все, bhakti, everything is not perfect. Все ваши бхакти несовершенны. Поэтому должно быть шаранагати. Как вручить себя Кришне? So, just like also the итак, hetu bhakti or hetu bhakti?
Можешь подойти к Сварупа Сиддхартхи. Бывает также двух видов. Васту Васишта Апекшини и Васту Васишта Анапекшини. That means if your Thakurji dress was very nice, если божество наряжено прекрасно, прекрасную одежду. Plus, then you say, oh, have you и украшения, мы говорим, ой, какие красивые божества. Yeah? Nice prasadam. Many kinds of preparation prasadam. Множество подношений дают. Then your taste will come to you. Oh, тогда придет вкус, прасад очень хороший. Yeah? Understand? If Thakurji not dressed, если Thakurji наряжены не так роскошно, не особое мы влечение чувствуем к божествам, быстренько кланяемся и отходим. Если Thakurji, если божество украшено так прекрасно, множество гирлянд, пуджари, там все подправил, тогда мы сидим напротив божеств, час не можем оторваться. Это называется Васту Вайшишта Апекшини. Зависимость от внешних вещей. А на Апекшини, когда в сердце придет настроение, как только мы увидим божество, неважно, наряжено они или нет, сразу же чувство придет в сердце. Уттама Бхагавата, они обладают таким видением. Они всегда испытывают большое влечение к Thakurji, независимо, украшены или нет. Во Вриндаване Сурдас. Сурдас, он был слеп от рождения. So Pujari, и Пуджари, nice. Храма, куда он ходил, он прекрасно украшал божества. Then asked и to Surdas, как-то раз Pujari asked, Пуджари спросил Сурдас, yeah, how is Thakurji dressed? Как Thakurji наряжен сегодня, yeah, как тебе told, нравится? Oh, Thakurji is so nice, beautiful. Так прекрасно наряжено божество, такие прекрасные одежды украшают и украшения. He was blind, but how did he know? Сурдас был слепым, но он видел божества в своем сердце. Pujari maybe thought, Pujari or maybe someone told him, может быть, ему кто-то подсказал, как сегодня божество наряжено, вот он и расхваливает божество так красиво. Then next day, Pujari, на следующий день Пуджари he did not put any cloth. Намеренно вообще не нарядил божества, и они были полностью нагими. No cloth, nothing. Никакой одежды. Then Pujari asked, и Пуджари спросил, Сурдас, Сурдас, как now how Thakurji dressed? Сейчас божество наряжено. Then Сурдас, Сурдас сказал, vision, в своем трансцендентном видении, он видел божество. Thakurji сегодня полностью наги, нангам-нанга. Нангам-нанга. Полностью наги. Know? Откуда он это знал? Своим трансцендентным зрением он увидел. So those who are high class exalted devotees, they are not absorbed with не придают значения внешним качествам, таким как одежда, божества и так далее. Но если кто-то не возвышенный, преданный, они больше внимания украшают на внешние вещи, такие как одежда, украшения. Это называется Васту Вайшишта Апекшини. Но преданные возвышенного уровня, они не зависят от внешних вещей. Это уровень ручи. Ручи, that we were hungry. Ручи означает голод, означает жажда. Означает глубокий вкус. Когда у вас есть аппетит, приходит и вкус. Если вы не голодны, you are not really hungry. Действительно не голодны. And bring many kinds of preparation. Перед вами разложишь огромное количество блюд, и рисагулы, и рис дал чапати, и много-много разных. 50 types of preparation. 50 видов разных блюд, гирирадж, прасад. What will do? Что вы будете делать? Bit, ну, немножко оттуда попробуйте, немножко оттуда, горсточку оттуда, горсточку оттуда, потому что голода нет на самом деле. Then you will be look many faults. Будете искать разные достоинства, недостатки этой пищи. Кто приготовил? Откуда привезли просад? Кто готовил? Брахманы, преданные, непреданные,
сразу же возникнет вопрос, правда или нет? First question, who cook? А кто готовил первый вопрос? Devotee or non-devotee? Преданные, непреданные. Who offered? Кто предлагал? Thakurji? Second, he offered to whom? Второе, Krishna кому or others? Предложение? Кришне или не Кришне? Acha. Then you come to know that you are the devotee cook and offer to Krishna. Преданные готовили уже, then знали. Кришне предложили уже, знали. This is not salty. Это соленое, не соленое. Many reasons will come. Очень много разных придирок будет, потому что вы не голодны. Or if you are very hungry, three days you did not take prasad, nothing. Три дня ничего, никакого просада не ели. Then prasad coming, one, you ask любой this thing, просад who offered? Принесут, ничего не спрашивайте. Huh? Кто готовил, кому just предлагал? Сразу, хам-хам-хам. Because you are very hungry. Потому что вы очень голодны. In that time you not ask who cooked. И не спрашивайте, кто готовил. Understand this? Понимаете? This thing. Many things. After Ekadashi, Dadashi, Troyadashi, Nityananda, Troyadashi, Nityananda, Troyadashi. Ай, прошло три дня. It is completely your fast. Три дня поста. Then fourth day, prasad is waiting. На четвертый день уже просад ждет. Время парады настает, набрасывайтесь на пищу, как бешеные. So that means you are. When your taste will come. Итак, когда придет вкус. You are very, your appetite. Приходит аппетит. You have to take. Вы in the same bhakti with coming this, when ruchi means your taste will come. Таким же образом, bhakti, когда приходит ruchi, приходит какой-то вкус, приходит огромное стремление. But your heart is full of many kinds of anartha. В вашем сердце сейчас множество разных анарт, нежелательных качеств, поэтому вкус не приходит. Как этот стих? Из Упадешамрита. Сят Кришна Нама Чаритадис. Сят Кришна Нама Чаритадис. Сукиртанама Смуттиокрамена Расанама Расанама. Сят Нама, Сят Кришна Нама Чаритадис Тапья Видья. Авидда патактера санасян ручикану. Тиштан ай. That means Сят Кришна Нама Чаритадис. You also what? So affected with the jaundice. То есть когда ум, простите, когда язык человека поражен. Everything is what? Bitter. Желтухой. Когда человек болеет желтухой, ему все кажется горьким. You cannot taste sugar. Он не может sweetness will come. Чувствовать сладкого вкуса. So what do you do? Ну что делать? Anarthagrasta divas means this thing. На уровне anartha. He has no taste to holy names. Нет вкуса к святому имени. But what do you do? Again and again. If you ну что делать? Take the вновь sugar candy. Принимать сахарные леденцы. First sugar candy will be what? Таково bitter taste. Лекарство. Сперва леденцы будут касаться. Sugar candy is not bitter. Горькими. На самом деле леденцы не because горькие. Your tongue which were contaminated with bitter. Because that язык поражен желтухой, то все кажется горьким. But again and again you taking the sugar candy. Продолжаешь. Slowly, slowly your jaundice will be removed from your вновь, постепенно болезнь невежества уходит. Sugar taste, sweetness will come. Однажды подлинный сладкий вкус вы сможете воспринять. Обусловленная душа in the beginning they have no taste to chanting не имеет веры к воспеванию святого имени, а вкуса к воспеванию святого имени. But again, chanting но holy name. При повторном повторении святого имени, служении Гуру и Вайшнавам, однажды вкус проявится в огромном количестве. Мудрам, мудрам, ита, мангалам, мангалам, саранай, гуабалли, саткалам, читсвальпам. Дагубарана матра тара ета Кришна нам. Святое имя такое сладостное, как говорится в этой then one day taste затем will come, однажды придет вкус к повторению святого имени. Question. Должен только молиться Кришне. Question. Харихарае нама Кришна Джадавай нама Джадавай Мадавай Кришавай Рупала Говиндана Шримад Сурда Радхи Говиндана. Thank you.
Questions from yesterday. Yesterday question. Yeah, because yesterday, you know, so many. Prem Das Prabhu from Poland. First I'll read in English, then translate. What Krishna said, сейчас я громкости прибавлю, подожди, сейчас будет громче, я тут слушаю трансляцию. Так, Lord Krishna said, one should take shelter, Maharaj. One shlok. Lord Krishna said, one should take shelter of holy places where my saintly devotees reside, and one should be guided by the exemplary activities of my devotees, who appear among the demigods, demons, and human beings. From Srimad Bhagavatam. Could you please comment on this verse? Сейчас я переведу на русский. Значит, прям Дас Прабху из Варшавы цитирует стих из Шримад Бхагаватам. Следует принять прибежище святых мест, где мои святые преданные живут, и следует быть в Анугате, то есть чтобы их вели, чтобы брать пример с прекрасных деяний моих преданных, которые приходят среди полубогов, демонов и людей. Шримад Бхагаватам, мне могли бы прокомментировать. So, devotees come, the essence, Maharaji. Mm-hmm. So, you should stay in Vrindavan and be guided by exalted devotees who come amongst demigods, demons, and human beings. So, I don't know which part of Shrimad Bhagavatam. So, can you comment? Devotees who come amongst demigods, demons, and human beings who appear. Among demigods, demons, and human beings. Mm-hmm. Devotees, who appear amongst demigods, demons, and human beings. Demons like Prahlad. Mm-hmm. Human beings like, you know. Прям да, спробую, прошу еще раз процитовать этот шлоком и санскрит, який номер и санскрит, добра? Быть может вечером, або утро, так? Следующий вопрос. Is it 11th canto? I don't know. I asked him to repeat which number in Sanskrit, then Maharaj can comment. Так, Абирам Дас из Кемерово. Спросите, пожалуйста, Махараджа, как поступить тем, кто получил инициацию на Картике и потом должны были первое, можете подтвердить, не непосредственно от Гурудева. Этих вопросов Махарадж не любит. Так как я участвовал в этой системе, я могу ответить, что если получил от Гурудева, значит получил от Гурудева, если через представителя, то тоже от Гурудева. Подтверждать ничего уже не надо. Нужно проходить ягью, если это дикша. Okay, this is technical question. Another question. Janavi Dasi. Эту мантру исполнительно драгоценности, чтобы знать правильно, но произносится. Так, все понятно. Janavi. Okay, Prem Das Prabhu, you remember him, he was staying in his house in Warsaw. So he's saying, how can I know that I'm surrendered? Prem Das Prabhu из Польши спрашивает, как мне узнать, что я предался? Как мне распознать, что я предался? How you know I'm surrendered? Yes. Your heart will surrender. Сердце будет радоваться так. Automatically. Само собой, спонтанно сердце будет радоваться. Like song Atma Nivedana. Как в песне Atma Nivedana. This question asked morning class, the morning was Gurudev, some devotee asked, how will you know I surrender? На утренней прогулке однажды Гурудева спросили, преданная, как узнать, что ты предался? Two reasons will come. Your heart will over there and Guru will praise with you. Два симптома будет. Сердце будет твое радоваться, и твой Гурудев будет рад тобой, будет доволен тобой.
Because your face is showing, you surrendered Gurudeva. На лице у тебя будет написано, когда ты предашь себе Гурудеву. Ты будешь счастлив, и Гурудев будет счастлив. Morning walk, the one devotee asked. На утренней прогулке один преданный спросил, как мне узнать, что? Okay, one question. Jana Vididi from Ukraine. Когда приходят такураджи, тогда надо устанавливать божества, если не готов пока держать ли стандарт, насколько важен процесс установления божества. Зачем нужно соблюдать какие бы стандарты в поклонении? Maharaj, Jana Vididi from Kharkov, Ukraine, is asking, so takuraji is coming sometimes in the house of Gruhastha Bhakta. And how important is it if we cannot maintain standards? Say Gauranitai or rather, you know, Vinod Bihari, Mahaprabhu. If we cannot maintain standards, you know, sometimes we cannot serve, sometimes going business trip, you know, out of city, this, that, children, this, that. But how important is to properly install the deities? Maybe if not possibility to maintain standards, not so important to install. Installed, but you have to take care. Инсталлировать, но нужно присматривать по мере возможности. Если нет возможности служить по причине командировки или еще чего-то, нужно совершать манаси сева, то есть в уме служить божеству. Но если возможно, нужно служить физически, но если нет возможности служить, то нужно служить манаси сева и не притворяться. Тогда придет доша, называется витто саттья доша. You have money, you have time, but not sufficient property. Есть время, есть деньги, но не можешь служить божествам как надо, согласно возможностям. Это разновидность оскорбления. Those are very busy. Okay, Krishna knows everything. Те, кто очень заняты, что делать? По возможности. But you do laziness. Но не нужно допускать лени. А кто сегодня будет поклоняться? Потому что у меня нет времени. Кто-то не проснулся. Эй. Installed. Божества должны быть установлены. Это факт. But you are busy and going to school. Если вы заняты, если вы ходите в школу, и у вас есть бизнес, but you have to minimum prepare. Понятно, но нужно минимально хотя бы служить божествам согласно возможности. Марат? Премдас Прабху saying yes, 11th canto. This is Shloka 11th. Yeah, 11th canto. 11th canto. So, can you come? What is it? Demigod? When you see. When you can see. Then I'll later say. Okay, so number, you need number? Yeah, you can need number. Okay, przyszli numer, dobrze? To jest Shloki, już w następnym razie. Тут правильно поднести. А, Марат? Marat? 11:29:10. Okay. 11:29:10. Later. We'll see. 11:29:10. Okay, I'll give you paper. Odpowiedzie Marat później. Еще вопросы здесь, в зале? О, наконец-то московские вопросы. Все, электронные вопросы не принимаются. Местные вопросы. Дайте москвичам задать вопросы. С сегодняшнего дня будет приоритет вопросам из зала. Когда кончатся вопросы из зала, тогда электроники будут задавать. Вы весь тур смотрите, ребята. Чуть-чуть потерпите. Шрините. Дайте ему микрофон. Микрофон дайте. Я могу громко сказать. Не-не-не, микрофон ему дайте. Где микрофон второй? Because they cannot hear. Ладно, я повторю, говори. Сказал всем, перед тем, как читать мантру и медитировать на Кришну лилу, медитировать... Харинаму ты имеешь в виду? Харинаму, медитировать на лилу, читаем Прабху. Перед тем? Да. Он цитировал тему Вилайку, я рекомендовал в лекции. И вопрос такой. Мы знаем, что когда мы поем Гуру Аштику, мы медитируем на несколько куплетки, на том же Юмин, медитируем на Гуру, как в форме Манджай. И вопрос... Как нам медитировать на форму Гурудева в форме выбора читаемых Прабху? А при чем тут эти наставления Гурудева по прямой вибрации? Ну, а при том, что мы сначала должны медитировать на игры читаемых Прабху, Гурудева, а потом уже, получив читаемых Прабху, медитировать на игры Радхи Кришны. Вот вопрос, какую форму Шрила Гурудева имеет в игры читаемых Прабху? Окей, примерно понял. Окей. Okay. Для тех, кто не услышал вопрос, Шриниди Прабху спрашивает, в Одессе в 2008 году, когда Гурудев дал лекции по Према Виварте,
Джагананда Пандит, он цитировал, что перед тем, как повторять Харинаму, нужно медитировать на Лила Махапрабху. Как нам, когда мы поем Гурваштаку, Никунджа Джуна, Ратикели Сидиай, как нам медитировать на Гурудева в Чайтане Лиле? То есть какой образ имеет Гурудев в Чайтане Лиле? Махарадж Шринди Прабху is asking, in Odessa 2008, Gurudev was, he was reading Prema Vivarta. In Prema Vivarta, Jagannanda Pandit recommends before chanting Harinam, meditate on Gauranga Lila. So when we chant Gurvashtaka, Nikunjajuna Ratikele Siddhyay, so we want to meditate on Gurudev and Chaitanya Lila. So what form does Gurudev have in Chaitanya Lila? Chaitanya Mahaprabhu is in form. Gurudeva is the образ of Chaitanya Lila. Everything you can understand with your own bhajan and sadhana. Guru did not say everything to you. Вы все это выясните в своем баджане, в своем садане. Гурудев не откроет вам всего сам, не скажет сам. Even Kavi Karnapur. Kavi Karnapur. He did not mention all the devotees of Lord Chaitanya. Some devotees mention. Не упомянул всех спутников Махапрабху, некоторые преданные упоминаются в Горга Надеша Дипике. Не все. So in this way, but something you have to bhajan and sadhan. Но then you can realize кое-что должны осознавать в бхаджане и садхане. Тогда вы поймете, кто такой Шрила Гурудев Чайтанья Лиле, что он делает там. Actually, this thing will come in the stage of your bhava. First, you when you realize your atma soul, then automatically. Все это придет на уровне бхавы. Сперва должны осознать свою атму, свою душу, и потом это придет. Это проявится. When you realize yourself, then not always to the shastra. Сами осознаете, тогда это придет не согласно шастрам даже. This is the thing. Something you can realize. Кое-что. Вы можете осознать в Чайтанье Лиле. Вы это должны осознать в Баджане и Садхане. Окей, еще вопросы? Ананда Прадайини, Даси. Ананда Прадайини Даси is asking you, Gurudev, how can I get rid of greed? Материальной жадности, да? We can. Greed. Yes, how to get rid of lowly. Material greed. Как избавиться от материальной жадности? Listen Харикатха. Слушайте Харикатху. Reading books. Читайте книги. Take prasad. Then slowly this greed. Постепенно жадность уйдет. Chanting holy name. Успевайте святые имена. Тогда жадность уйдет. Махарадж, Махешвар Прабху has question. When material greed will go, then материальная жизнь уйдет, трансцендентная. Light will come. Жадность then придет. Darkness will go. Когда придет. Сейчас он. Understand. Когда придет свет, уйдет и тьма. The light coming, sun rises and automatically darkness. Когда приходит свет и уходит тьма одновременно. Означает, когда анархи уйдут, тогда трансцендентная жадность уйдет. Повторяйте святые имена, совершайте садан баджан. Обуздайте ум. Сперва обуздайте ум. Потому что ум bondage, and это mind is the cause of источник salvation. Рабства и также освобождения. Understand? Понимаете? So one who controls his mind, поэтому тот, кто подчинил себе ум, он может подчинить все остальное. Mind is very fickle. Ум очень непостоянный. But have to control mind. Но нужно с ним совладать. Have to control mind? Как совладать с умом? Абьясана is practice. Абьясана вайрагья. Абьясана означает практика. Вайрагья means? Вайрагья означает отвлечение, потому что ум всегда стремится наслаждаться объектом чувств, но нужно с ним совладать. So in this way, таким образом, анартхи постепенно уходят, и жадность приходит к Кришне уже, жадность приходит.
Чтение шастры, воспоминание святого имени приходит, приводит к этому. And collect sukriti. И также нужно набирать сукрити. Это очень важно. Сукрити, понимаете? Это духовные заслуги. Махеш Ватпула. Шонатчика работа описывает Дарасадхила, говорит, что Кришна распространяется на многих формах Адала Пракаш. А комментарий, а чем он дается на комментарии, говорит, что Кришна является верхом, все равно Адала Пракаш очень быстро пасует со всеми. Как примирить эти два, казалось бы, противоречия, но явно, что это не является. Значит, Махешвар Прабху сказал, что Шрила Вишвана Чакраварти Такур, спрашивает Махараджа, Шрила Вишвана Чакраварти Такур пишет в комментариях, что когда Кришна танцует, он распространяет себя, танец раса, он танцует, он распространяет себя во множество образов Вайбав Пракаш. Как Шрила Гурудев говорит, что Кришна, он остается одним, и он быстро, очень быстро движется, подобно вращающемуся благовонию, которое предлагается, поэтому, собственно, его имя Вишну. Вот как уладить эти противоречия, кажущиеся. Махешвар Прабху asking, Шрила Вишванатха Чакраварти Пад, commenting in his commentaries, he is saying that during Rasa dance, Krishna expands himself in many varieties of forms like a Vaibhav Prakash. And Gurudev is saying that Krishna is within himself and owns only like when you offer the firebrand for the incense, you know. So he says how to reconcile this. Is both are possible. И то, и другое возможно, потому что Кришна Бхагаван. Both are the same говорят то же самое. Those who are the devotees of Vaishnava, преданные, которые Вайшвари, they are looking Krishna, они смотрят, manifesting что Кришна в многих образах. And this is also possible. Это тоже возможно, yogi can manifest потому что если даже йог может представить во многих формах, почему не Кришна? Это возможно. And those who are in Madhurya, Krishna is very expert with dance, because Krishna is called Dhir Lalita. В Мадхурье говорят, что Кришна, он не сравненный танцор, потому что он Dhir Lalita Lanaika. Every time he goes одновременно to every gopi, very quick. Очень быстро подходит к каждой гопи. So both are good. И то, и другое верно, но также зависит от вашего настроения. In Chaitanya Mahaprabhu also, at that during the Jagannath festival, Mahaprabhu, every time he was dancing with seven groups. Одновременно танцевал в семи группах киртаней. So those are Oishwarya Bhakti Devi Krishna is or Chaitanya Mahaprabhu is saying. But those are Madhurya saying Chaitanya Mahaprabhu dancing very quick and going this. Они говорили, что Махапрабху он был в разных образах. А в Мадхурья Майи Бхакты они видели, как Шри Чайтанья Махапрабху был один, но он быстро-быстро передвигался и попадал в каждую группу. Это so все зависит от видения, поэтому и та, и другая сиддханта верна. Кришна Бхагаван, он может проявиться во многих образах. Just yesterday I told, вчера я сказал, Саубхари Риши манифестед Риши, он проявился в 50 and образах, he 50 и женился на 50 этих принцессах одновременно. Why Krishna is not, Krishna а почему Кришне это не такого нельзя? То есть он Йогешвара, он появился всех мистических сил. Даже Дварака Лила, однажды Нарак отправился, ой, Нарада отправился в Двараку. And Narada, what he saw? И Нарада увидел. At the time he saw Krishna manifested 16,108 одновременно проявляется в 16,108 образах. В каждом дворце он с одной женой. Это Вайбава Пракаш. Все возможно. О, Нарада из Айшвари Мукта. То есть это одна из таких запостасей Нарады, одно из его проявлений, вот он был в Айшваре. Если он хочет, он может также продемонстрировать Айшваре, Нараду, он с удивлением видел, как Кришна в каждом дворце с определенной особой женой он наслаждается. 16,108 образов. Очень-очень по-разному проявлялись настроения Кришны.
Кришна его деяния в каждом из дворцов. Yogis, they can manifest in many forms. Йоги, они могут проявиться во многих образах, например, в ста. Кришна also manifests in hundred forms. Он тоже может проявиться в ста образах. But yogi is one hand doing things and same is a hundred hands are doing same things. Но йоги у них как бы синхронно, они одной рукой делают одно и в ста образов делают той же рукой те же вещи. Но Кришна manifests in hundred forms. And right, left hand. All is 99 forms of what? Ста формах. И поднимет левую руку, то в 99 других формах тоже левая рука поднимется. As like the reflection. Как отражение. Give an example. If you raise your right hand, right hand. Если поднимешь правую руку. All the mirrors, 100 mirrors you give here. Как put in there. В 100 зеркалах, 99 зеркалах отражается. All your that is your right hand. Yogi only doing this. Йоги, они всегда это делают. Кришна Бхагаван? Но Кришна Бхагаван, он ему это вовсе не нужно. Different. Same form, but different ways. Самые разные образы и самые разные деяния. Как мы видим? Бхагапракаш. Кришна is in front of Рукмини. Когда Кришна был перед Рукмини, он сидел. А with the in front of what is name? Саттабхама. He is also laughing, joking, another. Саттабхама, он перешучивался, переговаривался. Йоги cannot do this. Йогам это не под силу. But Krishna is called Yogeshwara. Кришна это Йогешвара. Это его особенность. So yesterday I told. Так, вчера я сказал об этом. Bhagavan he manifests his Vaibhaprakash and all his. Bhagavan проявляет Vaibhaprakash. Eternal or transcendental. И его проявление вечное и трансцендентное. Asuras. Асуры. They also manifest in many forms. Также проявляются во многих образах. That but their form that is called Maya material. Но их образы майка, то есть материальные. Yesterday I told. Иллюзорные. Я вчера сказал. Ravan he manifested the form of sadhu. Ravana он проявился. But that sadhu is not eternal. Sadhu, но это форма that не была form, вечная, form. Была иллюзорная, майка. This thing. Understand? This thing. The yogis. Йоги. And Krishnas. И Кришна. And asuras. They manifest, but they are not. Проявляют на многих образах. Just their mantra, tantra, ritual, they manifest. Задействуют методы мантры, тантры, ситхи, и они думают, как только ввести людей в иллюзию. What is Baba? I know. I forget. Как это Баба, как его зовут? A big. Сай Баба. Сай Баба. Just you did this, then make your way. Many things come. Сай Баба, он только головой покрутит и сразу же пепел пройдет и так далее. Look at the yogi. They got riddhi siddhi. Это riddhi siddhi. Риддхи-сиддхи означает мистические силы. And people illicit. И люди в иллюзии. Он говорит, что он Бхагаван. Действительно так. Смотри, какие чудеса творит. That is not true. Но это не правда. That illicit the people. Это только чтобы ввести в заблуждение публику. Mystic power. Просто мистические силы. Они вводят в иллюзию людей. And that is your temporary. И это все тоже временно. Understand this thing. Понимаете? So yogi also. They are doing this. Йоги, how to charm the people. Ведь сиди просто чтобы очаровать людей, заколдовать. Illuminate the people mind. Вести их в иллюзию. Then people thinking, oh, he's Bhagavan, running again. Он Бхагаван, бегут за ним. This thing. And that is also limited, not limited. Это также ограниченная способность, ничего особо не способна изменить. Put your hand, and one person start to walk. He was completely hurt, and disabled person. А, то есть он может приложить руку, и инвалид может встать и пойти. He can do this thing only limited. Способность этих сил ограничена. He cannot do everybody. Не можешь каждого инвалида поставить на ноги. Зачем тогда? То есть ты не можешь вылечить всех инвалидов, всех людей. Иначе бы вообще тогда закрыли все больницы, если один баба может вылечить всех людей. That all the riddhi siddhis, their power is also limited. Также у йога riddhi siddhi они ограничены. Может одного исцелить не каждого. But one two person also cured from the disease or something. Одного другого вылечил. Then thousands of people also running. Тысячи людей бежит за ним. They give all. And he will say he is Bhagavan. And he also says. Должно быть Бхагаван. Иван Иванович. А последний? Последний вопрос. Marriage last question, да? Because initiation, lunch, we have to... Сегодня инициация, еще обед у нас не здесь, так что надо нам последний вопрос. Это просто дополнительный
А, Марадж? Марадж? Сай Баба in wheelchair, wheelchair. Yeah, I know everything. Я знаю все. Why not look, showing his own Riddhisiddhi? Riddhisiddhi is limited. Riddhisiddhi ограничена. But Bhagavan is the Supreme Person. Bhagavan, Верховная Божественная Личность. Kortum, akortum, anatakurdiya samaptati. In India, one asks один человек. Oh, you say you are Bhagavan and all you are Bhagavan. Говорит, so I am Brahma, you are Brahma. Ты Бхагаван, и я Бхагаван, и все Бхагаван. Тогда ты Брахман. So why Брахман. I will worship to you? Поэтому почему я тебе буду поклоняться? One Brahma cannot worship to another Один Брахман не может поклоняться другому. Yeah. That time he told, и он сказал, actual, you деле, are Brahma, you are yet not you are Brahma. Ты Брахман. Now you are, you are Maya. Но ты не Брахман, потому что you ты call сейчас you are Brahma, покрыт Майей. Ты Брахман, но ты сейчас Брахман, покрытый Майей. So I am not covered with Maya. А я не покрыт Майей. But why not? Because I am showing many kinds of mystic power. Потому so что я многие мистические so силы могу показать. И показать, что я свободен от Майи, you поэтому Brahma, я Брахман. But you covered with Maya. Ты Брахман и покрыт Майей. This is called поэтому не можешь фокусничать. Вот это ложная философия. But how possible Brahma covered with Maya? Каким образом Брахман может быть покрыт Майей? Who is higher, Brahma or Maya? Выше, Брахман или Майя? Who is higher, Что выше, Брахман или Майя? Your cloth is higher and bigger than you. Одежда выше, чем so ты. So you can pull больше, the cloth. Поэтому Yeah? А то есть вы можете одевать одежду, потому что она чуть-чуть больше, чем вы. Вы можете в ней влезть. Если у вас smaller than you, you одежда меньше, чем ваше тело, тогда вы сжать, вы не сможете влезть в нее. Your t-shirt or майка, курта. Если жмет, bigger than you, so you can put cover вы можете your надеть. If you make one garland, если сделаете гирлянду, то не пролезет через череп и станет венок. Не будет гирлянды. That will be what's it called, the wreath, wreath. So who is higher, кто Brahma or выше, Maya? Брахман или Майя? But this Brahma Sanskrit word is called Brihandhatu, who is biggest. The verbal root, Brahman. Bring vati, bring hayati, the Brahma. Происходит which is highest, biggest, and you Brahman, also значит, величайший, Brahma. Самый большой и величайший. So that means, concluding the Brahma is the highest, biggest. Заключение такое, что Брахман величайший. So how possible Maya covered the Brahma? Как же тогда Майя может покрыть Брахман? This is simple in это просто intelligent brain. So how possible Maya covered the Brahma? Очень-очень немного нужно, чтобы понять. Всевышние значительные усилия разума, чтобы понять. Как stupid, nonsense, Майя but может покрыть Брахман, но глупые, невежественные люди Brahma. Бегают за ним и говорят, ой, он Брахман. Он Бхагаван. Just he is a mystic power. Просто he's у него небольшие мистические people. Силы. Он просто illusion показывает что-то, чтобы ввести людей в иллюзию, а люди уже бегут как сумасшедшие. Mystic power. He knows mystic power. Он знает мистические силы, это правда. But the mystic power is limited. Но очень ограниченные мистические силы. This is all. Keep keeping the photo and many also are cross dropping. And this is called the Thakurji, there is called his prasad coming. С его фотографии падают там как-то слезы или капли, это называется его прасад. And he knows many also are. Он также знает, to, what is called, mesmerism, you know. Знает, как очаровывать людей. Taking salagram and soloing. Он может проглотить шалограмму и потом изрыгает много шалограмм. Actually, in his rumal, in his handkerchief, many shalagram. На самом деле, может, he's у него very expert how to, платочки, там у него целый one шалограмм. One shalagram is keeping here, одного шалограмма. And then one soloing, in his also handkerchief, many shalagram. And then comes soloing. Платочки еще много, из платочка много шалограмм. He's saying, I manifested many shalagram. Говорит, я много шалограмм проявил. People completely illusory. Люди в полной иллюзии. This is called mesmerism. Называется очарование масс. Mesmerism. Как заколдовать массу? Understand. Many times he also showing. Okay. Giving all this hologram. Хорошо, дайте шалограмм. Soloing. Actually, it cannot solo. Дайте шалограмм, я съем. Then taking one handkerchief and потом из платочка другие. Actually, in this also very quickly in his pocket he taking shalograms. Быстро из карманов вынимает, может быть. The people they also watching and люди taking смотрят. Also many things. They are saying,
He's big cheater. He's cheating the people. Большой обманщик обманывает людей. He illustrated the people. Просто водит людей. But is it true? Но это правда. He knows some. Он знает. Only what is called the what is called? Magic. Magic thing. Он знает просто волшебство, магию. Знает мистические силы. Горпи Манандеи. До встречи вечером, Хари Кришна. Сейчас преданные, которые принимают инициацию, подождите немножко, я уберу в комнате, я забыл убрать. Раздавайте просад для преданных, закрывайте божества и... Oh, yeah.